Так, итак, добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать на нашем заключительном дне нашего летнего интенсива «Плодородное лето 2016». Те, кто меня уже слышит и видит, поставьте, пожалуйста, в чат плюсик. Так, сейчас я дождусь первых плюсиков, посмотрю, что эфир идет. Так, эфир начался. Я вижу. Так, отлично. И... сейчас побегут ваши первые плюсики. Так, есть плюсы. Сейчас я напишу, чтобы в чате те, кто еще их не видит, те, кто не видит меня, обновили страницу. Да, все, отлично. Дорогие друзья, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать. Нас уже практически 200 человек. Сейчас еще, я думаю, подключится большое количество людей. Сегодня у нас будет выступать Юрий Андреевич Фролов, которого многие из вас прекрасно знают, многие слышали уже его лекции, многие были и приобретали его какие-то платные курсы по органическому земледелию, по экостроительству. И вот сегодня тема, которую будет разбирать Юрий Андреевич, она самая актуальная, это работы в августе и, собственно, в сентябре, в октябре, осенью по подготовке участков к новому сезону, по тем работам, которые необходимо сделать сейчас. Небольшое вступительное слово будет, я знаю, мы вот сейчас до эфира с Юрием Андреевичем пообщались по поводу тех новых знаний и моментов, на которые нужно обратить внимание, то, что он подчеркнул из своей поездки, то, что у него накопилось и то, что он чем он хочет с вами поделиться. Вот сейчас вы это все увидите. И, как я уже писал сегодня в письме, в конце вас будет ждать хорошая новость. Новый, новейший, я бы сказал, несуществующий еще курс, который пройдет совсем-совсем скоро. Но об этом будет все, вся информация в конце. Обязательно дождитесь, поверьте мне, это того стоит. Так, итак, я, собственно, передаю микрофон Юрию Андреевичу. Сейчас я подключу, выведу в эфир. Так, Юрий Андреевич. Да-да-да. Да, отлично. Вас слышно, теперь вас видно. Вы в эфире. Камера направлена на вас. Дорогие друзья, у меня будет просьба, поставьте, пожалуйста, в чат цифру от 1 до 10, как вам будет слышно Юрия Андреевича. И, Юрий Андреевич, я также буду находиться рядом, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы. Все, ну, вы в эфире. Отлично, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, добрый день, приветствую вас. Сегодня тема тоже действительно важная. Это, в общем-то, у нас переходный период, можно сказать, на днях августа. Это значит, что нужно готовить свои участки, грядки, теплицы, значит, к будущему сезону. Это очень важная тема. Сейчас я хочу несколько в таком ключе провести. Я действительно покажу первую презентацию. Ну, у нас будет много слайдов, я буду их комментировать. Но хочу вам сказать, отнеситесь и к вводной моей речи очень серьезно. Дело в том, что тот, кто хочет познать на самом деле, вот как просто, без лишних, знаете, затрат усилий, завтра. Сегодня еще надо потрудиться, но чтобы завтра вот не приходилось перепахивать, мучиться с сорняками, там, с болезнями. Вот чтобы нам понять, как сделать здоровый сад и огород, чтобы росли плоды хорошие, так сказать, вкусные, с большим количеством целебных, нужных нам так жизненно важных минералов, да, витаминов, нам надо относиться к этой теме как к вопросу о лесообразование, почвообразование. Вот это очень важно знать. Я просто наперед вам скажу, ведь над этим бились, вот я вам сейчас покажу, такие люди, как, например, ну вот, допустим, вот книгу 1982 года, вот я вам сейчас ее покажу, «Дождевые черви», вот называется сама даже книга, как «И наблюдение над их образом жизни, как почвообразование, процессы и так далее». Или вот, например, я просто хотел, у меня много, есть старинная литература, я изучаю разные, профессор Прянишников, например, 1900 год. Тема, как называется, «Учение об удобрении». Потому что ведь удобрение – это не только то, что мы с вами привыкли, там, минеральные разные удобрения, хотя порой они очень даже, так сказать, полезны, и не надо их бояться. Я сам, ну, кто знает, кто не знает, скажу, сторонник органического земледелия. Но тот же, например, фосфор для образования густой корневой системы, так сказать, необходимо вносить, особенно когда, особенно весной. Но мы сегодня будем говорить именно о том, что нужно делать сейчас в августе и осенью, то есть в ближайшее время. Но давайте, собственно, не будем терять время, переключу вас на презентацию, и вам все это дело буду пояснять. Так, одну секундочку. Ага.
Вот. Ну, вот вы видите меня, значит, у меня здесь такой, где я, кстати, сейчас нахожусь, в Подмосковье, в своем хозяйстве, такой пруд. Это у нас с Дальнего Востока растений. Кстати, вот обратите внимание, это вот с весны. Ну, это и то фотографии месячной давности. Сейчас еще выше, ну, более 4 до 5 метров. Значит, к бамбуковым это относится. Собственно говоря, у нас действительно на территории Дальнего Востока остались уникальные леса, уникальные виды деревьев, которые, собственно говоря, ледник не смог уничтожить. И вот, собственно, Канада и у нас, и северная часть Соединенных Штатов, это вот, значит, еще остатки тех самых лесов и густой растительности мощной, которая, так сказать, может обновляться вечно, давать плодородие почвы, потому что, напоминаю, только широколистные леса дают прирост биогумуса, то есть плодородного слоя почвы, до сантиметра в год, так как хвойные леса, например, дают всего лишь за 100 лет тот же самый сантиметр. Это надо понимать. И вот еще раз хочу сказать, почему так важны темы вот именно лесов, да? Дело в том, что мы же с вами, ну, не только голые участки имеем, только огород и что-то, сажаем какие-то деревья. Вот я хочу вас призвать к тому, что сажайте дубы, сажайте вязы, буки, грабы. Ну, зависит от климатической зоны, но вплоть до Вологды это все можно сажать, и даже северней и восточней, потому что сейчас климат меняется, все будет, так сказать, расти. А широколиственные леса, вот те самые липы широколиственные, значит, там есть виды даже и очень много кленов, так сказать, много видов дубов, да, вот сейчас обычные наши дубы имеют мучнистую росу, мы о ней, так сказать, немного тоже поговорим, а многие виды устойчивы, так сказать. Ну вот поэтому, собственно говоря, а что они дают? А дают то, что их корневая система идет глубоко в землю, до 60 метров. Горизонты еще, так сказать, и меловые, ну, у кого, смотря какие, значит, подосновые породы, и передают через листву, с опадом листвы, вам плодородие, значит, слой формируя биогумуса, который вы можете использовать. Ну, вот это вот надо иметь в виду. Порой мы просто, так сказать, имеем растения, которых смысла нет. А если использовать еще со смыслом, будет большое дело, вот как у меня здесь показан один дуб, вот его не так видно, может быть, вот растет здесь. Это вот там разные виды. У меня тут и черешечный, и краснолистный, и многие другие виды. Так, ну давайте дальше смотреть, я вам просто вкратце. Недаром я вот был недавно в одном музее, где огромная коллекция, палеонтологический музей и прочие, так сказать, несколько посетил, где в том числе собрана коллекция минералов, вот карбонаты. Вот тоже карбонаты, это значит кальциты в разновидности. На самом деле вот все возможные комбинации минералов, это то фактически, из чего стоит под основу подпочвенные слои, да, по сути. И вот эти минералы дают жизнь, дают сложные органические соединения, с которыми без минералов мы просто жить не можем. Они необходимы нам, критий, йод, литий, селен, так сказать, и другие, бор. Но как же нам их взять, если почвы практически наши уже бесплодны, по большому счету? Ведь, вы понимаете, макроэлементы, их можно получить достаточно легко. Азот, фосфор, калий, это все, так сказать, понятно. А микроэлементы, они для очень многих, вот, например, сера, минерал, микроэлемент, он очень важен для, например, вот у некоторых людей худеют, а кожа такая свисает, или морщинистая кожа, или складки, это вот недостаток серы. А, значит, откуда его взять? Вот горошек зеленый там много, ну как вот вырастить, ведь бобовые тоже, значит, особенно нуждаются в хорошей почве. А если серы недостаточно в почве, так вот надо восполнить каким-то образом. Ну, значит, на почву, на помощь нам придут как раз подсказки, которые я буду как раз говорить, да, о которых я буду говорить. Вот вы видите, здесь секвойя, это секвойя, мета-секвойя, одна из разновидностей. В конце я вам слайдов покажу еще другой вид. У меня сейчас она больше, где-то на сантиметра 80. Вот сейчас ее на 4-й год посадки. Темп просто, ну, когда уже разрослась густая корневая система, пошли высокие. Это вот больше 100 метров растения растут. Постепенно будет меняться ландшафт. Березы, рябины будут менять, их будут менять более высокие. Это первопроходцы, осина, ольха, потом березы, и вот дальше пошли уже такие лесные сообщества. У меня тут орехи, вот на заднем плане большой растет за зарослями такой уже дикой черной смородины. Значит, я делаю много экспериментов, и в результате них вот наблюдаю все процессы, которые всего лишь вот природа сама подтверждает, что ее законы незыблемы, зная их, мы можем делать, ну, фактически, вот, что нам нужно, значит, увеличивая плодородие, чтобы растения были здоровы. И вот как рябинка прималенькая, уже вот 2-й год посажена. Это такая рябина домашняя, ну, так называемая, один из канадских сортов, ягоды до 4 сантиметров в диаметре.
и сладкие. Вот такая вот, значит, рябина. Представьте, черная, 4 сантиметра в диаметре. Такая. Ну, тут сливки, это еще не посажено в горшках. И вот почва. Была фактически глина. Вот буквально за 15 лет тут уже, ну, наверное, 25 сантиметров чистейшего чернозема, рассыпчатого, прекрасного. А вот как вымахали можжевельники, собственно, есть на участке зоны отдыха. Я думаю, альпийские горки те же. Я думаю, мы когда-нибудь обязательно и на эту тему поговорим, о ландшафтном дизайне, потому что это тоже очень интересно, о разных комбинациях хвойников, я их очень люблю, с различными там пихтами, с различными, так сказать, какими-нибудь там, скажем, кипарисовиками и так далее, и так далее. Вот. Ну, не забывайте про травы лечебные, которые тоже можно, только не высаживая, как овощные или, так сказать, культуры и травы, такие зелень, знаете ли, укроп, петрушка, это, так сказать, на пустые грядки, а именно в симбиозе вот с высшими, с деревьями, вот в зонах отдыха, в таких диких лесных участках, если маленькую хоть участочек можете освободить себе. Вот травы, конечно, тоже тема такая интересная. Вот у нас классические наши средние полосы леса. Ну вот если есть дубы, это прекрасно, потому что, я говорю, это, как говорится, царь леса, на самом деле, средней полосы России, и вообще не только, от Белоруссии до, так сказать, Вологды. Ведь дело в том, что именно дуб – это то растение, благодаря которым, я как-то это рассказывал на наших просто встречах, да, благодаря которым могут леса существовать вечно. Границы с такими лесами, их вот можно использовать как на отдельном большом, так и на малом участке. Например, вот ну, тут ульи стоят. Да, конечно, потому что там идут луга, вот после вот этой молодой поросли, дальше уже строение, дома, это уже, так сказать, вот люди могут, ну, по своему вкусу, желанию, но надо понимать вот свои цели и задачи. Главное, что мы хотим на своем участке получить, какие у нас возможности есть, в плане даже не материальной, тут это, кстати, на втором, а в плане, в зависимости от территории, места расположения, объема участка, мы можем, так сказать, очень много интересных зон природных создать, получать урожай, ведь лес ведь тоже может быть плодовый, как, кстати, тропический, так и наш широколиственный, умеренный климатический поясов. Вы знаете, сколько существует разных плодовых, которые могут выдерживать очень низкие зимние температуры? Например, там вергинская хурма -40-45, там абрикосы есть, персики, которые -40 держат. Так что все можно, все. А в комбинациях, если, вот, например, грубо говоря, вот вместо этой маленькой березки посадить постепенно, немножко подрезав веток здесь, чтобы солнца хватало, значит, например, тот же абрикос уже трехлетней рассады, например, ему будет гораздо лучше. Но именно какие сорта, что, чего, это мы вот уже потом на занятии поговорим. Хорошо? Вот, значит, я... Да, вот давайте посмотрим так. Мы, конечно, сейчас пару слов о том, а это как раз о том, что сейчас нужно делать. Ну вот, допустим, у вас уже, скажем так, допустим, плоды еще есть, ну, в теплицах. Хорошо, но скоро, например, и погода, видите, какая дождливая в этом году. Ну, скажем так, скоро уже уберете урожай и скажете, а бог с ним, ну что, я буду ждать еще два помидора на этом кустике. Уберу, лучше подготовлю почву, так сказать, вот, ну, сейчас, через неделю, через месяц, неважно. Когда вот решите, очень хорошо, посадите сидират. И если уж клевер сажать сейчас, например, вот как здесь показан, не стоит, то люпин там, например, особенно люцерну, например, стоит. Если будет дальше, это где-нибудь в сентябре-октябре, и тем более в теплицах, так и хоть в октябре, у нас он какие сейчас зимы, еще и в ноябре бывает, очень хорошая погода, посадите тот же, пожалуйста, тот же овес, рожь, потом скосите, корневая система проникнет в глубину почвы, значит, будут, потом все это сгниет, будут воздушные проходики, почва рыхлая станет, воздух будет глубоко проходить, а значит, в почве будет, так сказать, хорошие аэробные процессы. То есть, соответственно, если еще к тому же это какие-то растения, которые содержат вот эти азотофиксирующие бактерии в клубеньках, клубеньковые так называемые, то вот как раз это будет хорошо. Ну, клевер к их числу относится, хотя его лучше по весне. А сейчас вот лучше люцерну, например, тоже можно посадить. Значит, это имейте в виду. Кстати, это очень хорошее растение для междурядьев. Я вам в конце покажу слайды с одной голубичной плантации. Ездил к своему знакомому в Белоруссию, вот недавно в том числе был там. Сейчас я на примере этих кадров вам кое-что тоже покажу. А вот что нам надо с вами категорически знать, запомнить. И просто я поражаюсь, как до сих пор люди не боятся что-то покупать около дорог. Там стоят в деревне прямо у дорог. И там же прямо вот местные жители выращивают. И вот, ну поймите, вот эта трасса, я вам даже сейчас покажу, тут просто вот машины, это... Значит, такое Симферопольское, по-моему, шоссе. Ну, в общем, сплошняком поток с утра до вечера.
И прямо вот 20 метров от дороги и пошли поля. Причем, обратите внимание, тут метров на 20-30 выше, то есть, а все тяжелые металлы, ну, как вы понимаете, свинец и прочее от машин, все будет осаждаться до 2-3 километров. Все, что видит наш глаз, это все почва поражена, так сказать, тяжелыми металлами. Это все идет в пищу, и люди это едят. Что творится? Это же просто преступление. Ну, вот имейте в виду, так сказать, ну, вот хотел я такой акцент сделать, ну, как его не сделать? Тут сидят, трудятся люди, а плоды их труда, так сказать, вот такого действительно качественного, кропотливого, просто травят, убивают медленно других людей. Ну, вот, собственно говоря, это вот надо учитывать. И чтобы был вот такой хороший, действительно, урожай разных культур, так сказать, вот, нужно использовать природное земледелие, причем использовать так, чтобы лишний труд свой дорогой не тратить, а больше время для отдыха, развития и так далее. Вот вам пример. Посмотрите, заросло, ну, трава по пояс, собственно говоря, здесь холм, но все равно трава. И лопухи, и, так сказать, различные виды трав, ну, просто страшное дело. Ну, вот обратите внимание, лежит вот эта куча соломы, так сказать, и она лежит толстым слоем, и здесь ничто не проросло. Вы понимаете, вот уже, так сказать, вот это вот нам простой достаточно пример, а ведь это можно скосить траву и просто вместо соломы, ну нет соломы, ну траву пойти скосить можно, например, и вот, пожалуйста, у вас уже вариант. Это мульчирование, да, но мульчирование одно дело под культуры овощные тонким слоем, но если вы хотите на будущий год, чтобы вообще не было, не прорвались никакие сорняки, вот как раз сейчас и нужно, значит, те зоны, те территории, огромным слоем, щепы там древесные, соломы, пожалуйста, так сказать, посадить. Причем сразу вам даю такую заметку. Имейте в виду, если вы соломы, либо, значит, промульчируете, ну, особенно опилками, то надо внести, желательно внести в почву азот. Например, только не азотистые можно удобрения, это всего лишь азот. Это, так сказать, вполне допустимо для того, чтобы, потому что просто будет как бы съедаться азот, если с опилками идут процессы определенные, когда просто азот в аммиак превращается, он испаряется, и азота не хватает, тем более зола, и вот, например, если золой, да и зола, кстати, тоже, она практически лишена азота, да, там очень много других важных минералов, но азота мало, это просто надо иметь в виду, что азот нужно вносить. Но если зола, вносите золу, неважно когда, это просто тоже уж к слову скажу, то тогда нужно дней за 5 вносить, например, тот же, ну вот тот же фосфор, например, если вносите, если мало в почве фосфора, а фосфор очень важен, особенно для развития корневой системы, да? Сейчас азот, кстати, вносить нельзя под культуры, можно под те места, где вы площади на будущий год готовите. Все это в почве перераспределится, но, так сказать, под, например, деревья сейчас нельзя, потому что азот дает бурный рост. Может быть, у нас еще будет месяц-два, кто знает, теплые погоды, и, так сказать, пойдет активный рост поросли молодой. А она, соответственно, будет, значит, это будет большой минус нам, потому что молодая поросль, так сказать, может уже и не выжить, не завестись, так сказать, корой достаточно плотный, плюс отнимет много питательных веществ, да еще, значит, не даст подготовиться к корневой системе нормально. То есть азот вообще вносит до июня, так сказать, если мы говорим, а неважно, там, как вы его вносите, навозом или, так сказать, или органикой перегнившей любой и так далее, и либо это вдруг минеральные удобрения. Еще раз говорю, бояться не надо, если мы имеем какие-то мономинералы, там тот же калий и прочее, хотя я расскажу все альтернативы, можно же разным способом. Но это такая вот, такой вот, такая туя 40-летняя уже тут растет. А вот это, кстати, интересное очень уксусное дерево, так сказать, так называемое, очень красивое. У нас его практически в средней полосе нет, а вот есть на юге, есть в Белоруссии. Вот это в Белоруссии единственное, конечно, корневой порослью заполоняет все, ну, как сорняк. А так, конечно, очень интересное и красивое, вот такое, видите, и применяется в хозяйстве. Но это те самые дубы, вот посмотрите, различные растения второго, третьего уровня, а вот такие великаны, мачтовые, так сказать, как вот говорят, мачтовые ели, а есть еще сосны, а есть еще вот дубы, которые, когда вот действительно все заросло, лес, они тянутся и вырастают длинными, ровными. Их вырубили по всей России практически, да и в Белоруссии вот рубили на корабли, да, в свое время. И вот их мало осталось, некоторые охраняются. Я был в Беловежской пуще, посмотрел, и 600, там 700-летние дубы. Ну вот очень интересные нетронутые участки, ну, здесь это не совсем нетронутые, но тем не менее, природных сообществ, где видно, как формируется вот почва. Это очень важно для понимания вообще
значит, что мы можем сделать, как мы можем участвовать в процессе вот в этом почвообразовании, чтобы не тратить лишнего труда у себя на грядках, огородах, то есть создать такую, знаете, некий принцип пермакультурный, он должен быть обязательно. Но это вот огромный дуб, этот ствол такой, так я около него стою, вот он. Ведь корни у него, я говорю, идут до 60 метров вглубь, а в ширину тоже, так сказать, вот сосна этой 350 лет. Так, вот, кстати, тут представлен, будете, если то в Беловежской пуще, обязательно лучший в Европе музей леса, посмотрите, это там кадр, из, я снимал стенд бортничества, когда мед там в колодах добывают, да, как раньше это делали, и вот обратите внимание, полог леса, почвопокровники, влажная почва, ведь и у нас на огороде она должна быть влажной, тут мхами покрыта, но тут более кислая среда, хвойники растут в основном, нам-то это для какой-нибудь там, допустим, голубики, это хорошо для черники, а для клюквы, тем более брусники, а для наших, если вы хотите выращивать культуры, надо знать, что там почва подкисленная, их надо формировать с торфом, значит, нужен торф, и это можно заранее сейчас как раз тоже приготовить. А если это, так сказать, у нас культуры любые огородные, овощные и там томаты, так сказать, корнеплоды и все прочее, то, конечно, она должна быть щелочная, и поэтому это вот нужно иметь в виду в зависимости уже, то есть просто от того, что вы будете сажать, знать, какую готовить почву. Ну, а в нашем случае это было бы что? Мульча от перемолотой соломы или, допустим, измельченный, можно не измельченный, или это вот щепа, как я рассказывал в прошлой нашей встрече, вот щепорубильных машинах. Они есть как маленькие бытовые, вот буквально ветки туда кладутся и выскакивает стружка такая. Либо это крупные, мощные, кто большие хозяйства или там фермерские хочет создать или что-то. То есть тут просто вопрос масштабирования. Можно как бытовую технику, так профессиональную использовать просто от количества нужного вам материала. Накосить осоку какую-нибудь, проложить, уложить. То есть мы должны создать тоже влажную среду, чтобы грибки размножались, чтобы черви функционировали, жили, размножались, да, почвенные бактерии, чтобы перегнивало, только, естественно, без, значит, вот ни в коем случае пораженные листья какие-нибудь там мучнистой росой, какими-нибудь, значит, грибковыми, ни в коем случае не кидайте в качестве мульча, это, конечно, правильно, все вот советуют, что это надо сжигать. Это надо сжигать. Вот такие дубы, похожие на клены, да, когда-то росли у нас везде повсеместно, много видов. У нас просто уничтожили эти широколиственные леса, это плохо. Поэтому почвы бедные, поэтому болезни идут, что нет тех симбиотических сложных связей, когда сотни видов грибов. Вы знаете, сколько осталось в Белоруссии грибов? Вот высших грибов, более, ну, вообще, ну, грибов высших, да, более, потому что не дрожжевых и плесневых, а именно высших грибов, более 550 видов, это просто поразительно. И, конечно, и дубы, и грабы, и вот эти самые остались участки широколистных лесов. Ну, это так, в парке прорастают, но просто сама суть. Вот прекрасная какая тут калина рядом с можжевельниками растет. Вот, представляете, вот холм, вот здесь очень хорошо показано, как корневая система, ведь она не только по поверхности так идет, это пронизывает всю почву, под землей это биомасса вообще больше, чем на земле. Вот. Вот знание о том, как работает почва, а ведь знаете, как важны бобовые культуры, а ведь они бывают азотофиксирующие, так сказать, бобовые культуры не только в виде маленькой растительности, типа люцерны, какой-нибудь почвопокровников и так далее, а еще могут быть деревья, и которые могут у нас расти, те же акации. Ну почему бы не посадить вот, вот там до минус 30 бывает, и бывает ниже, растут прекрасно. Вот за эти 60-50 лет, как вот это вот, например, дерево, там были зимы 35 и 40, вот они какие, а это еще больше, вот посмотрите, да, это около там музея очень интересного про... Значит, в Бресте, значит, есть такое место, вот музей про откопанный, сколько там, тысяч лет, городку, древнее поселение, чуть ли не 8 тысяч лет, по-моему, такое единственное в мире, кстати, обязательно посетите, советую, вот такое только единственное в мире осталось там. Ну и когда-нибудь, я думаю, поговорим, сейчас ни слова не буду, вот, а вообще ландшафтном дизайне, о применении интересных деревьев не только для красоты, я никогда просто для красоты не использую, я все время стараюсь, чтобы и красота, и польза, и так далее. Это, кстати, тоже у меня секвойя, одна из видов. Вот эти, которые 100 метров вырастают и так далее. Так, не будем об этом сейчас. А вот посмотрите, голубика. Вот у кого деревья, кустарники. Мы сейчас вот, вот обратите внимание. Это мой знакомый, доктор наук. Он будет, кстати, у меня в блоге, посмотрите, на днях. Будет интересное такое видео, даже три будет видео о хозяйстве, о применении методов, приемов, которые ведут вот эти замечательные люди, тоже это в Беларуси, Брестская область, органическая голубика они выращивают, именно органическую, натуральную, и вот,
до сих пор, что называется, вот неделю назад были, едим и сами. Вот. Ну, мы с ним сотрудничаем, мы еще и продаем, потому что у меня, вы знаете, биопродукты – один из моих видов деятельности. Вот. Поэтому, а все самому сделать, ну, невозможно, все, вообще все. Поэтому есть распределение труда. И вот, в частности, человек занимается только голубикой, ну, там начинают саженцев. Но какие методы и приемы? Я сейчас вкратце расскажу, потому что это как раз то, что касается вот сегодняшнего дня. И обратите внимание, вот здесь… Посмотрите, нету практически, но данный кадр показывает сорняков, они с ними не борются, потому что, да, они очень много нанесли соломы, вот видите, здесь солома, ну, растят там солому. У кого-то, может быть, я говорю еще раз, вот у вас вдруг там солома проблема, ну, нет рядом нигде, вот, хотя, если еще есть фермеры, многие сжигают, выкидывают, можно почти бесплатно взять, а у кого-то пилорамы рядом, возьмите, если это хвойные породы, только щепа или там... У кого-то на пилорамах, вот как пыль такая, да, там хвойных пород. Ну, в междуряде можно, а вот уже прямо непосредственно, ну, голубику например, можно, потому что кислая среда создается от хвойных пород. А вот междуряде хоть куда, вот хоть грядки у вас там, я не знаю, со свеклой, вы междуряде, пожалуйста, хоть час укладывайте. Чуть-чуть только, вот как раз имеет большой смысл посыпать азотистыми удобрениями, просто азот. Между ряби, это все потом до молекулярного уровня в почву пойдет, просто недостатка в этом месте азота потом не будет. А хвойники, они, так сказать, я говорю, азот просто улетучивается. В хвое всегда не хватает азота, если она перегнивает, это имеет в виду бедные почвы, поэтому и рост медленный, что азота не хватает. Так, но зато сорняков нет, кстати, мук нет в этом плане. Но просто вот снимается труд. Вот у них 3 гектара, это порядка сколько там, 10, по-моему, тысяч кустов голубики. Значит, голубика, кстати, очень интересная культура. Живет, знаете, сколько? 1000 лет примерно, вот садовая крупная голубика. И плодоносит до 200 лет. Тут свои методы агроприема есть и прочее, тем не менее. Вот она крупная, это вот моя рука, я рост 1,80 м, ну, собственно, так рука не прям уж маленькая, но вот да, такие огромные. Хотя те, кто значит, химические обработки ведет и прочее, вот фермеры польские, ведь это все в основном идет, да, с Польши, там, значит, Голландия и прочее, они, применяя разную химию, инсектициды и прочее, они добиваются в 3 раза больше урожая. Ну, кому такое нужен? Покупают, конечно, люди. Ну, кто по глупости, кто от безысходности. А ведь все-таки ведь можно. Можно в 3. Причем у меня мои товарищи в Бресте как бы говорят, да ну, неужели можно голубику? Они хотели тоже заниматься. Знаю, тема сложная. Без химии. Можно, конечно. Но просто я вам так скажу. Вот они на 3 гектара 300 машин зилов, ну, у них такое зилы, соломы внесли. Ну, вот, например, да, если это сделать сантиметров 30-40, то практически вот сорняки чуть-чуть пролезают, но их 2 пальцами, вот реально 2 пальцами берешь, и они прям вылезают с корнем. А так это придется чуть ли не, сами понимаете, как вот лопатой копали, знаете, что такое дерн настоящий, это страшное дело. Вот, а это вот, кстати, клюква такая тоже садовая, крупная, это такой, знаете, склон, ну, такая терраска стоит от домика, и вот там сделан... таким материалом, как пруды делают, ну, чтобы не гнила доска, которая постелена, и вот на ней уже почва, и уложен такой плотный ковер из голубики, вот такой великолепный. Вот, кстати, я поднес вот эту, вернее, клюквы, да, вот голубика и клюква, ну, очень крупные ягоды, то есть очень такой большой ноготь указательного, для какого указательного? Большого пальца, да, вот, то есть очень крупные, хорошие. И все натурально, все можно. А вот рододендроны сидят, потому что я тоже люблю кислые достаточно почвы. Вот, а, видите, опад хвои, сосны, и здесь вот, так сказать, выращены. Причем меристемным путем, потому что из клеток очень много заразы идет с питомников разных, с Европы, что нас продают, выдавая за наши. Да неважно, все равно болезни, акклиматизация и прочее. То есть вот хозяйка тут вырастила чистую культуру. Прямо вот, что называется, с пробирки, с меристемной. И вот идеально, конечно, не болеют, изумительно. И температуру держат практически любую. Вот маленькие подрастающие голубички, мини-питомник. Опять-таки показатель, хоть и простенькой такой теплицы, но однако работает, работает. Вот сзади куча торфа. Если у вас культуры какие-то хотите или уголок на участке сделать, сделайте хоть участок, посадите несколько кустиков той же голубики. Торф, ну, так сказать, это должно быть основа, но он должен быть такой 2-3, знаете, сантиметра волокна. Он не должен быть как порошок, это неправильный торф. То есть вот это имейте в виду, смешиваете где-то с, ну, там, 2/3, значит, плодородной нормальной земли, вносите щепу, вносите немного по первости, например, можно внести азота,
Вот. И постепенно потом уже культуры сами будут формировать свою почву в данном месте, уже не нужно подкислять будет никогда. То есть вот это изначальная работа идет. Ну, там есть свои нюансы, без техники на крупных полях, конечно, вот таких вот не обойтись. Вокруг, видите, там заповедник даже вокруг. Поэтому вот высокие грядки, по примеру кольцевских, тоже солома, вот сорняков нет, что называется. Да. Если старые кучи, вот мульчи, как здесь, щепы, образуется прекрасное перегное удобрение. Если позволяет участок, так сказать, впереди несколько лет задача, то можно вообще кучей свалить, и оно само перегниет, вообще делать ничего не нужно за несколько лет. А хотите быстро, чтобы к весне у вас прекрасное было для посадки, хотите картошки, вот, например, вы хотите выделить сотку для картошки, ну, заложите сейчас слоем, вот даже возьмите, например, ну, как вариант с лесопилки, прям бесплатно, или вам за 100 рублей привезут машину, и все равно куда-то утилизировать нужно, а сейчас же пеллеты не все производят, поэтому выкидывают порой. А вы примите, засыпьте, возьмите прямоугольный участок, там, при 10 метров на, допустим, 40, там, ну, к примеру, неважно, и засыпьте несколько, там, КАМАЗов, вам привезут толстым, сантиметров 30 слоем. Пролейте хорошим там разведенным водоудобрением Байкал, Восток, вот тут как раз надо проливать, можно раз в неделю это делать по погоде. Можно эрой, вот этим прекрасным удобрением, которое на основе торфа, так сказать, там десятки групп бактерий, около 50-70 видов, и азота фиксирующие, и разные. Вот. И, значит, этот процесс перегнивания будет идти еще быстрее. А укройте спанбондом или пленочкой, например, ну так вот, частично, да, можно. Только тогда будет процесс идти, так сказать, еще в два раза быстрее. Вот эти 30, скажем, сантиметров опилок могут сгнить к весне. Не уже корневая система сорняков погибнет. Она и перегорит, и погибнет, и образуется прекрасная почва, где вы можете просто изначально, конечно, перекопав, если это с нуля, сажать любые культуры. Дальше просто замульчируете тем же сеном, соломой, скошенной травой, так сказать, и у вас будет прекрасно все расти, уже сорняки так не пойдут в этом месте. Не запускайте только участки, чтобы семена не давали, вот, подстригать постепенно. Ну, водоем это, конечно, вот здесь он применяется в качестве растительной системы, ведь голубика требует постоянной полив. Видите, сочащиеся вот эти шланги, ну, микрокапельные полив, скажем так, протянутые трубы, их очень много. А что делать? Культура требует воды, много воды. Вот. И чем нам полезна, значит, вот мульча? Она же сохраняет воду. Мы тогда на испарение имеем. Это как в лесу, когда под пологом, покровом леса идет затенение, значит, меньше испарений. А еще меньше от того, что у нас есть листовой опад, который не сразу перегнивает, почвопокровные растения или мхи, которые все создают влажную среду под собой. То есть почва у нас влажная, сохраняя влагу, питает корни, прекрасно растения растут, формируются ручьи, которые стекают реки. У нас сейчас почему мало обезвоживания? Потому что как раз вот вырублены леса в основном, а это очень важно. Поэтому лесополосы, а в малых участках это все равно насаждение на границе с соседями, так сказать, по каким-то секторам, около хозяйственных построек, домов. Обязательно сажайте то, что будет давать вам большой листовой опад. Ведь вы тогда сможете, как говорится, пользоваться потом всю жизнь, десятилетиями и, может быть, столетиями, внуки ваши... будет формироваться новый плодородный слой, вам только поначалу нужно поработать. Но и то не так много на самом-то деле, потому что есть такая уникальная возможность у нас, как что-то привезти, так сказать, почти бесплатно, правда? Ну, то есть, вот я говорю, лесопилка или какая-то пилорама, я сейчас покажу, у них тут вот варианты тоже какие, как они придумали некоторые, у них тут, видите, вот в таком сосновом подрастающем лес-подросток, вот закладывать будут они здесь и... маточники, и в частности маленькие, вот в горшочках выращиваются. Это тоже промульчировано все, обратите внимание, в горшочках, видите, как все. А это вот как раз вот почва. Она, кстати, ведь в сосновых лесах не так уж богатая, но с применением вот этой вот щепы перегнившей, как вот там вот кучка сзади лежит, да, затенения нужны, конечно, на защиту от ветра, как здесь, когда, значит... ориентация с юга все-таки голубика, например, она яркого света, малюсенькие растения не любят, и поэтому вот так вот притеняется и от ветра, и тут растет все, как микроклимат создается еще лучше. А вот та самая щепа, некоторым везет, есть такие производства деревянные, где вот, ну, как с кобелями такими снимают такую древесину,
строгают срубы, например, да, там. И вот вы можете, это идеальнейший вариант для долгоиграющей такой мульчи. И в междурядье, и та территорию, которую вы хотите, чтобы сорняки не росли. И это же только формирование плодородного слоя. Все перегниет, будет вот это как раз биогумус плодородный, как раз то, что сейчас нужно делать, думая, где что у вас будет завтра. Там я сейчас вам говорю общую информацию, будут вопросы, видимо, я вам отвечу в конце нашей сегодняшней встречи обязательно. А вот пример, когда гречиху междурядье засадили, вот голубика, такие небольшие кусты, тут им по 5 лет примерно, вот. Ну и вот гречих тоже вариант, потому что вокруг, видите, вот засажено, тут и щепа где-то, где-то что-то прорастает, само собой. Ну, слой поменьше просто дали люди, ну, вот, ну, соответственно, это просто, ну, совсем небо и земля. Тут с весны ничего не было, вот то, считайте, уже почти вторая треть, да, лето, и вот чуть-чуть вот буквально выросло что-то. Ну, продергать руками, сам дергал, ну, просто вот выдергивается двумя пальцами, да. Вот, а если дать более толстый, видите, слой соломы, то вот, собственно, все прекрасно растет, и даже вот тут сейчас будет видно, видите, вот тут вот, ну, тут навалили они, это просто слой. Все, ни одной вот практически, ну, тут раз-два и общался, так сказать, и забот, и хлопот никаких нет. Только вот нельзя неправильно, ну, вот при корневые, вернее, скажем, ствол, нельзя закрывать плотно, чтобы не было гнилостных процессов, грибки, так сказать, и прочее. Если поврежденная какая-то кора, то вот это опасно. Поэтому чуть-чуть надо отгребать от стволов. Ну, это еще тут не сделали, сделают. Вот. А это был бурелом тут, вот недавний у нас тут и в Подмосковье, и в Беларуси прошли смерчи. Ломало деревья, я просто почему это хочу показать. Видите, плодородный слой, он не очень большой. У нас же хилые сейчас леса. Буквально вот березы, ольха, осина, вот. Буквально 10-15 сантиметров, потом песок или глина, ну, смотря что. Деревья такие очень легко валятся ветрами, потому что не имеют зацеп большой, и плодородный слой мало, они слабая корневая система. Поэтому нам надо формировать, надо на участках у себя. И вообще моя тема любимая, знаете, это вот леса, восстановление лесов. Просто это в большом масштабе то, что вот если мы это поймем, как все это происходит в лесных сообществах, вот эти биоценозы, да, цены популяции, вот эти вот как существуют в природе, то для нас прям будет в любой ситуации новой, мы моментально сможем правильное решение принимать, знать, как нам на любых почвах, там, какие растения сажать, комбинировать, что можно, значит, это сделать. Ну, а я про это, конечно, расскажу. Вот видите, как выворачивал, и фактически вот уничтожен лес, уничтожена земля, сейчас может быть эрозия, вот это вот беда того, что мы все повырубали. Так, сейчас я переключаю вас на следующую презентацию. Сейчас, одну секундочку. И мы говорим с вами о грядках, обо всем вот об этом. Так, 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 так. Сейчас. Вот сейчас я отведу это дело. И начнем. Так. Так. Угу. Буквально минутку. Ага. Вот. Поехали. Ну, еще раз. Значит, залог здорового урожая, плодородие почвы, легкая работа на будущее с ней – это ее жизнь. Почва живет, это живой организм, в ней должны быть бактерии, грибки, черви. Черви хорошо живут в влажной среде, рыхлой среде. Они сами рыхлят потом почву, но сначала им она нужна. А это значит как раз тот самый слой соломы, слой сена, мульчи, это вот то, что для них нужно. Ну, конечно, не хвойных опилок, только еще не перепревших, а понятно, что, пожалуйста, вот лиственничных деревьев можно, но только тоже не березы, потому что там дёготь. А вот осина, ольха или вот солома, или камыш какой-нибудь, там рогоз, все что угодно, все пойдет. Там, может, у вас рядом какие-то, там, не знаю, там озера, и вы можете спокойно достать тот же вот, порвать камыша, там, покосить, и спокойно, значит, у вас, вам это лично в вашем месте проще. Это уже вы смотрите, пожалуйста, такой вариант тоже допустим. Если у вас грядки, а в теплице, ну, наступит сентябрь, а может быть чуть позже, все от региона и от того, какие урожаи, что вам жалко, не жалко, хотите до последнего или нет, вы, конечно, можете просто перекопать, оставить и, собственно говоря, ничего не делать. Это так многие делают, но если чуть-чуть потратить времени и посадить те же сидираты, то, соответственно, вы, во-первых, если это та же люцерна, уже будет, допустим, дополнительный азот, который бактерии клубеньковые зафиксируют в почву. Вы это все тяпочкой, мотышкой или там
плоскорезом Фокина или скобой Метлайзера пройдете, уже там, ну, уже ближе к зиме, когда уже точно ничего расти на минус перейдет, и не будет они. И вот тогда вы можете еще, если не лень, а это будет еще лучше, уже посыпьте, например, все соломой сверху или посыпьте вот той же щепой, накройте, например, если она у вас закрыта, теплица, все равно снег не попадет, да? Так что в этом случае будет можно накрыть утепляющим материалом, тем же спанбоном, например, уже по соломе сверху, то предварительно хорошо полить, бактериями сдобрить, например, у той же Эры, Байкал, Восток, неважно. И хорошенько, прям теплой водичкой размешать в бочке все и закрыть. Вот, все, вы подготовили грядку, у вас там уже почва будет рыхлая, азота будет достаточно, не надо ничего будет наносить. У вас уже, значит, перегниет за зиму, будет перепреять, ну, в большей своей массе, так сказать, вот та же солома, щепа, а это ведь разные минералы, там и фосфор, и все что угодно практически. И вам останется фактически внести уже по весне ту же золу, и все. Ну, практически. Все, смотри, вот примерная схема такова. Почему бы не сделать это сейчас? Да, конечно, вот, сами понимаете, на полях такого нет, но и там все, наоборот, применяют. Раньше, по крайней мере, в советское время было даже положено, ну, потому что земля истощается. Ну, сейчас интенсивное сельское хозяйство, понятно это. А вот если давно земля отдохнула, видите, какая корневая степь тут, крапива была куча, азота в почве хоть отбавляй, тут как раз его не надо, если была крапива, конечно, какой тут может быть азот, ничего вносить не нужно, а тут наоборот надо фосфор, например, который может быть дефицит, особенно он важен для развития корневой системы, но это по весне. А сейчас, если вот я говорю под картофельный, ведь тут буквально через 2 недели, если просто посадить, например, тот же картофель, будет, ну, бурьян, потому что, ну, такая была плодородная почва, а сорняки, семена, все есть, значит, что надо сделать? А вот накрыть вот как раз соломой, мульчой, щепой засыпать прям большую площадь, ну, какую вам надо, толстым слоем. И прекрасно. А чтобы быстрее перегнила, я говорю, даже знаете, как вот, если сделать такой слой, ну, некую такую, как яму, ну, не яму, а там вот понижение рельефа у некоторых, вот, например, либо действительно такую яму, куда засыпается метровым слоем, та же опилки, ее туда добавлять несколько раз, раз в неделю. Вот эти, значит, бактерии, поливая хорошенько, если сухо, и накрывным материалом, пленочкой, только не полностью все, а так, знаете, полосочки оставлять, чтобы дышало. То есть, вот, например, 90% площади полиэтиленом закрыто, например, а, ну, кирпичиками приложено, чтобы не улетело, а чуть-чуть продушины между слоями полиэтилена есть. Ну, если площади большие, это обязательно надо делать. Вот, и тогда процесс, прям будет пар, знаете, зимой идти, прям можно крышку или вот открыть такую в грибной яме, ну, назовем это по-разному, неважно. Потому что идет процесс вот это вот как раз перегнивания. Но зато у вас будет вот прекрасная плодородная почва. То есть можно хоть полметра слой получить, если вот засыпать до этого метра. Были такие случаи, я просто ускорение надо, как катализатор. Ускорители процесса – это бактерии почвенные. Их недостаточно в почве, а мы можем их внести. И таким методом мы можем получить огромное количество биогумуса. Если нет у нас территории, площадь, маленький участок, то это можно сделать, вот сбив деревянные, железные, неважно, жестяные, любые вот такие ящики наподобие компостных, так сказать. Да? А можно сразу на территории делать. Междурядье уже сейчас нужно, если где-то что-то заросло или у вас было, но слой какой-то, ну, допустим, щепы, но он прогнил. То есть уже его мало, вы внесите сейчас, что у вас есть подручную любую органику. И не жалейте, удобряйте, то есть именно комплексом вот этих бактерий. Ну, а если вы уж совсем серьезно хотите заняться каким-то там садоводством, то помните, что здоровые растения, особенно вот высшие кустарники и древесные, и косточковые, значит, это должен быть симбиоз еще с грибками. То есть, когда корневая система образует с гифами, вот этими мицелиями грибов, такой сложный симбиотический организм, как вот я привожу пример фильма «Аватар», там вот это все взаимосвязано, это так и есть на уровне энергетики, электрохимических реакций различных, да, потому что мицелии грибов с высших, да, с корневой системой растений образуют симбиотические такие микоризы. Да? И вот как раз тогда грибы являются как природными антибиотиками, они и дают те самые вещества, которые борются с грибками плесневыми, дрожжевыми, вот, с той же мучнистой росой и другими болезнями. А, так сказать, растения поставляют тоже питание в виде глюкозы, так сказать, которую в своих листьях накапливают, и, пожалуйста, вот питаются грибницы. То есть, ну, они еще помогают азот, значит, фиксировать, азот разлагать,
потому что древесина тоже содержит азот, или отмершие части растений быстрее разлагаются грибками. И поэтому это вот очень важно. А грибы, грибки низшие, вот эти редуценты, разложители, они тоже должны быть в определенных количествах, но их должно, в живой системе идет контроль, природой устроенной или Богом, как хотите. То есть программа некая, по которой все живет и все в гармонии, а мы нарушаем, люди, эту гармонию. И чтобы ее вернуть, надо учиться у природы, а именно вот в лесных, так сказать, первозданных, вот что называется, леса, которых сейчас мало, практически не осталось. Вот, и вот тут вот только началось, как говорится, на этом кадре, что называется, сельское хозяйство. Первые грядочки, тяжелый труд, ну, понятно, неподготовленно. Попробуй вскопай, попробуй, так сказать, нужно все это перебить корни культиватором, а уж вручную совсем тяжело, как раньше, а что делать? А потом, конечно, пойдут сорняки, и вот тут вырывай их, мучайся. Вот как хорошо пословица говорится, вот готовь сани летом, а грядки-то когда? Тоже летом надо готовить, вот сейчас как раз самое время. Самое время. И вот потом на этом месте будут кадры, вот вы увидите, как растет прекрасно картошка. А, собственно, вот кадры, это то же место фактически. Когда у нас уже вот лето, ну, в разгаре, видите, уже у чеснока желтенькие, у чеснока, значит, кончики, вот, а посмотрите, ну, сорняки, ну, их практически нет. Я говорю, они слабые, их практически, потому что вот, вот она, картошка, вот солома, и уже ничего не растет. Ну, так сейчас надо делать, это сейчас. Так. Значит, хорошо, вот прекрасный урожай, вот у нас там теплицы, про это мы не будем говорить сейчас, про теплицы, но про грядки, вот, пожалуйста. Вот, допустим, этот кадр хоть и весенний, а какая разница, тут дело не в этом, а в том, что вот эта самая щепа, у меня в данном случае в моем хозяйстве в Пушкинских горах, там даже такой специальный домик технически маленький построен для рубильной машины, ну, чтобы не ржавело, там, знаете, дождь не лил на нее, трехфазное напряжение, она мощная, мне нужно много щепы, да, потому что грядок и деревьев, кустарников много. Соответственно, мы древесные стволы, которые нам привозят, кто лес заготавливает, у кого дрова мы покупаем, все это вот можно договориться и, как говорится, экономить на этом, потому что люди все равно занимаются дровами, так у них делянки. Они же оставляют порой, знаете, вырубают и валяются осина, ольха. Это можно дешево привезти и, так сказать, измельчив, получить прекрасное удобрение, которое она уже вот прям вот сейчас сделали, добавили, вот на грядке засыпали, ну, представьте, что вот у нас уже вот сняли урожай, неважно, сейчас это сняли или в сентябре, или даже в октябре, сделайте это, нехитрый способ, и будет прекрасный результат. Сорняков практически не будет. Значит, удобрения уже в почву натуральные, естественные пойдут, тут содержатся, ведь представьте, в древесной растительности, которая выросла в естественном пути в лесу, где-нибудь в глубинке, ну, в глуши, где делянки и существуют, откуда в основном заготовка идет, там березы, ольхи, ну, вот все, что мы на дрова используем. Вот, там, соответственно, симбиотические отношения лесные какие-никакие все-таки есть. И растение за свои 20, 30, 40 и больше лет жизни, оно все-таки в себе накапливает очень много ценных минералов, а потом нам отдает вот таким способом. Можно, конечно, залужить, там тоже что-то улетучится, что-то останется, много чего останется, зола, прекрасные удобрения, но зато это не будет мульчой, а тут и то, и другое, вместе взятые, да? То есть борьба с сорняками, питательная среда, а в междуряде так ходить можно, вон дожди пойдут, слизь, там слякоть, а вы спокойно по толстому слою мульчи ходите, и, как говорится, все нормально, да? Ну, это вот как формируется тут, вот, как у нас грядки перемешивается, все, потом трактор поднимает, но это когда, знаете, большой объем, в малом объеме, конечно, все это вручную, тачками, вот, пожалуйста, все это тоже можно сделать. Ну, если почва очень рыхлая, укатать надо. И укатать нужно сейчас, но не плотно. Для этого специальные каталки такие, куда вода либо песок засыпается, вот используется. Напомню, что грядки, если сейчас будете планировать, сможете подготовить прекрасно. Советую обработать глиной, если есть такая возможность. Глина, такая плотная, жирная глина, древесину прям пропитать вот так вот, и она, так сказать, будет в разы дольше служить, если ее просто ничем вот оставить такой вот, что называется, она сразу потемнеет, грибок пойдет внутрь, ну и она будет быстрее разлагаться в почве. А вот с глиной, вот тут вы сразу еще несколько лет продлите жизнь, то есть вот она буквально практически не изменится на будущий год, вот не будет такой черной, как на заднем плане, которые не были обработаны, да? Вот, таким вот образом, тоже имейте это в виду. Ну, если, конечно, захотите, значит, использовать. Так, советую, если будете в планах у вас постройки какие-то, ну, мало ли, дровник захотите как-то у меня построить, или баньку какую-то, или что-то еще, ну, мало ли. Не ставьте на дерне, ну, уберите его в сторону. Этот дерн прекрасно перегниет за зиму и будет хорошим удобрением, да, только вы, если уж тем более смешаете щепой, соломой, можете сразу сказать,
каким-нибудь вот той же стружкой, великолепное будет удобрение, надо будет только поливать. Не забывайте, до самого прямо октября советую, вот чем, если хотите интенсивно, чтобы все перегнило, каждую неделю удобряйте вот бактериями живыми. Пока плюсовые температуры хорошие стоят, это вот идеальный вариант. Ну, можно укрывать, и будет еще лучше. Так, ну ладно, значит, если у вас есть возможности, вот используйте рядом какие-то заболоченные участки, какие-то озера поросшие или просто низины, куда вся органика, в общем-то, вымываемая дождями по осени и по весне сходит. И вот у нас, как здесь, например, тут до метра полтора сопропеля, то сопропель прекрасный, плодородный, так сказать, материал, уже перегнивший, доступный для усвоения растений, идеальный. И вот вы можете его вносить, допустим, там, ну, хотя бы там, значит, килограмма по 2 на квадратный метр, лопатой перекапывая, либо там культиватором, или у кого что и как, так сказать, какие возможности. А вот, пожалуйста, вот был, допустим, такой дёрн, ну, что называется, лопатой не вскопать, динамитом не взорвать, да, а вот если, значит, уже в прошлом году, вот как здесь было подготовлено, такой же был участок, все, метра 2 тут растительность. А вот стоит вот дать хороший толстый слой, значит, мульчи, а потом сверху вот просто в данном случае привозилось просто-напросто вот с того места, что я показывал, вот отсюда рыли экскаватором, вот этот сапропель. Ну, он такой вот, почва плодородная, фактически такая получернозем, полусапропель. Вот, то вот сразу формируются грядки и пошло в путь, уже можно, так сказать, работать. Но не у всех такие возможности есть, да и опять-таки труд, трудозатраты и финансовые. А сейчас как просто. Посмотрите, может, у кого-то сгнившее сено лежит там, у каких-то фермеров или что-то. Все пойдет вот такое. Ну, конечно, не плесневелое там, где уже, знаете, серая плесень там какая-то. Это, конечно, нет. А вот более-менее. Значит, все, что ветки опавшие, может, лес прямо примыкает к вашему участку, так там собирайте ветки опад, вот этот весь, который есть. Это же тоже все пойдет на огород прекрасно. А вот это вот у нас щепа. Ну, я так бегло, потому что некоторые из вас смотрели мои данные, я некоторые кадры вот отсюда использовал в прошлой нашей встрече, беседе по органическому земледению и введению, да, поэтому быстро бегло, просто как формируется почва, это ведь сейчас можно, вот она, рубильная машина, это сейчас можно все делать и как раз, значит, вот теперь еще один момент, если вы хотите теплые грядки, классический вариант которых заключается в том, что убирается, опять-таки про масштаб сейчас мы не говорим, это можно хоть 50 сантиметров шириной. У меня здесь просто подземный сад, была заготовка, поэтому убиралась вот эта глина, вот этот слой, да, видите, верхний коричневый такой, это вот. Значит, и это у меня в хозяйстве уже в Ржевском районе Тверской области. И вот туда закладывалась древесина. То вы тоже можете любую древесину, стволы деревьев, значит, вот до уровня земли, да, а потом выше уже вот дерн, который сняли, например, верхний, он в сторонке лежит, его уже щепой, например, пополам размешали, уложили горочкой, холмиком, вот в эти горки холмы можете сажать, если они, конечно, уже осели, вы можете просто изначально очень хорошенько все стромбовать, просыпать между стволами положенных вот деревьев или там, да, каких-то досок старых, ну, только, конечно, чистых, без пропиток химических, это понятно. Вот, то просто землей засыпать имеющиеся, ну, более-менее, хотя плодородные, не глины, конечно, чтобы у вас это могло просто упрессоваться. Можно даже водой проливать, тогда ваш холм сильно не просядет. Ну или, по крайней мере, это для того, чтобы, если сейчас вы хотите высаживать какие-то растения, саженцы, а можно, конечно, высаживать, которые с закрытой корневой системой, вообще в контейнерах, в пакетах, так можно круглый год, тем более хорошо в дождливую такую пасмурную погоду или под вечер, если солнце, потому что, значит, вот понятно, что нельзя яркую солнечную, когда прям день, ну или лучше вечером, либо в пасмурную погоду всегда это производить. Ну и вот, или же вы просто готовите будущую грядку, например, там, ну скажем, под виноградник. Тогда все сделали, укрыли соломой и дальше поставили колушки, там все, что вам нужно для жердочки, для лозы, например, который будет. Да, или, допустим, это, если весной хотите сажать, то просто накрыли спанбоном вокруг, просыпали щепой, чтобы ничего не проросло, все перегниет, у вас будет прекрасная почва, уже будете сажать. Да, ну, если яблони, там, я всегда советую накидать старого железа, так сказать, вот вниз, перемешать на глубину ниже посадочного кома, сантиметров на 20-30, в радиусе 50-70 сантиметров, это будет только плюс. Но это вот особенно для яблони характерно, то есть хорошо бы это делать.
Ну вот, собственно, таким вот образом. Так, давайте сейчас, ну тут у меня кедры присыпаны соломой. Так, а вот между ряди, так можно любую. В данном случае тут щепа, но мы, у нас производство там мебельное из массива ангарской сосны, и мы вот опилку хвойную тоже сыпем. Любые культуры, никаких проблем. Да, это закисляет, но междурядье постепенно вымываемые щелочные минералы, особенно если вы золой будете удобрять в междурядье, все это погасит кислотность. Тем более, что опять-таки часть минералов вымывается в нижние слои горизонта почвы. Ну, а можно погасить это, скажем, и щелочью, пересыпав с той же, например, золой, например. То есть междурядье посыпав золой. Вот у вас уже будет прекрасное удобрение, только нельзя на сырую, иначе будет, ну, по крайней мере, фосфор не усвоится растениями, если у вас, значит, в золой посыпали, это же щелочь, а фосфор не будет. Знайте, что если вы хотите одновременно применить, например, и золу, а это прекрасное удобрение, это, ну, это щелочь, и хотите применить, добавить, например, фосфорные удобрения, то одновременно это делать нельзя. То есть дней на 5 фосфорные надо раньше, а лучше их растворить в воде, пролить, а потом дней через 5 только золой, потому что иначе просто фосфор не будет усваиваться корневой системой растений. Так, вот это вот, вот, вот так вот крупная щепа. И ходить приятно. И удобрений, и ничего не растет, никакие сорняки. Ну, великолепно. Ну, и вот будут хорошие такие урожаи. Вот. А солому мы используем всегда в парниках, в теплице. Хотя, опять-таки, сено может быть, это может быть и щепа, вот, кстати, мелкая. Например, вот это полученная как раз маленькой, по-моему, фирмы Соло, если не ошибаюсь. Ну, есть Гардена, Bosch, разные такой портативной рубильной машинкой маленькой для садового измельчения этих веточек и так далее. Вот такая прекрасная, значит, мульча. Ну, как вот здесь обсыпанные маленькие посаженные тропические растения в зимнем саду. А вот тут показано, как все это перемешивать, создавать идеальную почву, которую можно сразу использовать. И опять-таки вы можете пересадку производить в ямы, вырытые, если какие-то особо ценные растения, применяют такую комбинацию. Берете хороший дерн, вот эту вот стружку, ну, в данном случае деревянная катка, но она может быть какая угодно, керамическая, может быть там просто яма в земле, принцип тот же. Когда берется вот эта щепа, осина, ольхи, то есть не хвойных пород, если сразу сажаете, значит, вот, ну, если это какие-то кислота устойчивые, которые любят кислую почву культуры, то можно до 1/3 хвойных сразу добавлять, но не более. От общего количества, я имею в виду, щепы, значит, опилок. А вот, а то есть в смешанном варианте. Ну вот, значит, здесь с дерновой землей примерно пополам, вот так вот где-то пополам пропорция, может быть и какая-то зелень, которая нарубленная, вот как вот всякая лебеда и прочее, так сказать, как на, вот в данном случае. И слой за слоем вот здесь так формируется. Потом мы сажали вот так тропические растения. Это не важно, там я сажал и культуры такие, и там годжи, и гинго-белоба, и все что угодно. Там можно сажать и любые культурные огородные. Будет прекрасный рыхлый слой почвы на большую глубину. Если у вас песчаные почвы, то вот прям там надо даже снизу, я бы еще... Но если нет глины, слой глины бы намазать, чтобы минералы с дождями, с водой не вымывались нижние слои. Когда почва песчаная, это, конечно, в этом плане плохо. То есть биогумус очень трудно создать на первых порах слой. Поэтому важны очень почвопокровники, чтобы биогумус не смывался никуда. Но, тем не менее, значит, если глинистые, то наоборот, а дожди возможны, то либо дренажирование, либо канавки прорыть, излишне, не слишком много, а то уйдет совсем вода, и, так сказать, тоже плохо. А можно и, значит, вот как раз, значит, на холмах сажать. То есть тогда вы не яму делаете, а наоборот насыпной холм, и сажаете хоть там что угодно, хоть яблони, хоть что угодно таким образом. Вот. А вот в данном случае, когда короба такие получаются, то есть по 15 сантиметров доска высоты, вот 30 у нас в данном случае, между ряди, видите, солома тут, и ходишь, а ведь весна, вот данный кадр, ну и осень, то же самое, слякоть пойдет, тут можно и ходить удобно, и вот здесь вот как раз мы вперемешку, такая плодородная, сыпучая, хорошая получается почва, а сверху накрываем уже соломой, щепой там, и вот все, как я говорил, можно сделать. Ну, конечно, тут в зависимости поправки надо сделать на рельеф, на прочее, но это вот вопросы будут, сейчас я вам там отвечу уже. Так, это ладно. Да, вот, кстати, тот вариант, когда привозится с
телорамы какой-нибудь рядом находящийся, ну, если у вас это не какие-то там совсем степи, да, а вот все-таки где пилят лес, то вообще сказка. Вот это же просто бесплатное, считайте, представляете, сколько это вот, там несколько кубометров, несколько тонн даже, вот один КАМАЗ привезли, вот у вас уже сколько прекрасных удобрений, минералов, биогумуса будущего. То есть считайте, разделите это на 4, на 5, вот такой объем будет при первоклассной почве. Ну и пользуйтесь, то есть это вот имейте в виду, такой вот вариант. Да? Вот. Так, хорошо, идем с вами дальше. Сейчас я вам, одну секундочку, так, посмотрим. Ага. Я вам сейчас, наверное, не буду, лучше мы потратим больше времени на ответы на вопросы. Я вам сейчас, знаете что, я вам сейчас, наверное, тропические, конечно, не буду, я сейчас огородные всякие культуры, и мы еще немножко про почву поговорим. Так, секундочку. Я вам, знаете что, еще потом расскажу пример такой интересный приведу, как у нас будет обстоять вот на этом двухдневном интенсиве дискуссии. Прям приведу пример. Так, но это чуть позже, это чуть позже. Сейчас. Так, 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 так. Угу. Так, секунду. Угу. Нет, не то. Сейчас. Ну-ну-ну-ну-ну. Так. Ага, вот, наверное. Так, хорошо. Ну, это не наша тема сейчас. Всякие рассады и прочее, это, как говорится, совершенно потом. А сейчас вот что. Если у вас теплица в зимних садах, еще будут урожаи, а вдруг есть даже какое-то отапливание, так сказать, и прочее, то вам еще где-то до сентября, а то и до октября просто надо вносить хорошую мульчу, чтобы была плодородная почва. А что касается обрезки, допустим, если вы перцы, томаты, то вам сейчас уже не нужно оставлять новое формирование плодов, а доращивать то, что есть, хотя еще у нас все-таки впереди целый август, и, например, по одной, только в 2-3, 2-3 ветки уже не формируйте, оставляйте одну, чтобы на ней, или по-другому, вот если еще цветы есть и завязываются плоды, то все, что выше, посмотрите, сколько растений, сколько на нем висит еще, если вы снимаете уже урожай, биомасса не очень большая осталась, вы можете еще успеть вырастить. Но тогда буквально по, ну скажем, 10 плодов оставьте, верхушки все обрезайте и все уже посынкуйте. Нижние листья, если вы томаты высокорослые, то до полуметра все, ствол должен быть стебель пустой, голый от листьев. У перцев где-то до 30-40 сантиметров уже оставляете пустые. И то же самое, в одну ветку формируйте максимум в две. Если уверены в своих силах, почва очень плодородная, то, конечно, да. Так, дальше нет смысла. Ну, сейчас мы посмотрим еще несколько кадров на них. Я вот в прошлый раз, когда кто присутствовал, да, рассказывал о том, как увеличить урожайность, играя с углекислым газом, с влажностью, трубы под землей проходят, вот это вот все. Поэтому сейчас про это не буду говорить, в моей лекции она есть в интернете. Или на моем канале можете увидеть. Ну, а сейчас время, понятно, плодов, их хранение, вот о чем мы тоже пару слов я скажу. Значит, и перцы еще будут давать плоды. Кстати, перцы, вот если теплицы есть, их можно ведь не срывать. Томаты могут перезреть, перцы, ну, практически не могут. И вы их можете держать до прям холодов. Тем самым они и портятся не будут. Только листья лишние удаляйте. Ни в коем случае сейчас вот опасно перепады температур. Конденсат опасен. То есть это имейте. При понижениях температуры ночных конденсат особенно образуется. Он опасен для... могут быть грибковые инфекции различные. И вот тогда вы просто-напросто что делаете? Вы можете посыпать золой, приствольные круги. Вы можете немножко нижнюю часть стеблей опрыскать и присыпать, как бы попудрить золой. Это будет тоже дополнительно. Значит, кроны не должны переплетаться один куст с другим. Удаляйте лишние листья, вот которые вот, значит, вот с дырочками, там, которые какие-то поврежденные, и плоды будут очень долго храниться, вы их сможете до холодов снимать, главное, чтобы заморозки просто не попали, чтобы не попортились. Ну, с томатами сложнее, их они, конечно, быстрее портятся, их нужно снимать, но то, что останется зеленое, вы можете, так сказать, прямо на ветках, на стволах сорвать, без листьев, подвесить вверх тормашками в чуланах или, так сказать, в холодных помещениях, но сухих, и они будут несколько месяцев могут у вас
еще дозревать. Это тоже надо знать, но это чуть позже. Это уже мы говорим о сентябре, октябре и у кого как по зонам географическим, по климатам, даже в ноябре. Так, ну вот примерно таким образом. Так, это у меня просто с фотографии с моих вот теплиц разных. А с огурцами, ну что ж, вот это же теплолюбивые культуры, поэтому тут надо понимать, что либо теплицы, либо укропные материалы уже, как и ранней весной, надо будет скоро использовать. Не сейчас, но где-то уже с сентября. Опять-таки, по климату у кого как. Не держите лишние, удаляйте поросли, нижние листья и те, которые ответвления не более 1-2 оставляйте, даже в самой плодородной почве, чтобы просто успели сформироваться плоды. Лишнее не нужно, не успеет вырасти. И, в общем-то, сейчас уже... Значит, под огурцами тут таким образом. Вы можете, в принципе, выращивать даже их и 5, и 6 лет на одном месте без проблем. Но только просто нужно... Они ведь особо любят органику, большой слой. Поэтому просто с учетом этого больший слой укладывайте. Мульчи, вот для них очень хороши сидираты особенно. Так что вот это вот учитывайте. Ну вот, будут хорошие урожаи. Часть розовые соберете, вот такие останутся у вас где-то. Вот этот кадр, ну, примерно с сентября, конца так где-то, в теплице. И вот мы уже мульчу здесь не клали, но вообще стоит. Мы, когда кусты удалили, и вот тогда либо слой 30-40 сантиметров кладем солому или сено, как в данном случае скошенное, либо это оно уже заготовлено, если есть рядом, так это и быстро и просто. Проливаем хорошенько с Байкалом, Востоком, либо Эрой там. Можно не укрывать, можно укрыть еще пленкой внутри. Это будет как теплица в теплице, и тогда процесс перегнивания будет идти, и температуры, поскольку органика гниет, она тепло высвобождает. И у вас под такой двойной теплицей будут до морозов, там до самых лютых, значит, почва жить, бактерии работать, и слой плодородный формироваться. Ни о каких сорняках тогда речи вообще быть и не может на будущий год, их просто не будет. Ну а к тому же практически все питательные вещества из данной соломы, мульчи, там другого рода, типа щипы, перейдут в почву, все будет отлично. Ну вот, то есть работы достаточно в этом плане небольшие. С нуля, если делать, вот когда уже все сорняками переросло, поросло, это сложно с ними, конечно, их нужно выкапывать. А зачем сейчас этим заниматься? Можно вот такими путями добиться. Вот, допустим, уличная грядка. Вот, ну, до сентября тогда тоже были плоды хорошие. Это вот был позапрошлый год, вот эта фотография. И сняв их уже вот буквально, ну, наверное, там, вот где-то конец августа у меня какие-то грядки, какие-то в сентябре. Мы именно таким образом и делали. И на будущий год вообще практически, вот, кстати, междурядье промульчировано. Ряды сами, грядки промульчированы, все, откуда взяться сорнякам? Ну, разве что семена попадут с ветром, перенесутся, если рядом заросли. Но это другой вопрос, но штучные, единичные будет легко удалить. Вот такие плоды до килограмма и больше получали на хорошей почве. Вот маленькие, сладенькие, вот перцы острые, там вот, ну, в соломе просто перевозим. Ну и заготовки. Как раз сейчас процесс, когда самый, можно сказать, дешевый в плане, да, понятно, да, томаты, и можно вот с хреном, чесноком, там, солью перетирая, ставя в погреба, либо в холодильнике, вот какие-то делать приправы, заготовки. Ну, про хранение тоже мы, значит, поговорим чуть позже, я думаю. Так, ну и, пожалуй, наверное, я вам сейчас еще что покажу. Так, вот, наверное, что. Сейчас пару слов сейчас скажу и перейдем к ответу на вопросы. Да, я вам как раз пример один интересный обещал сказать, я вам расскажу его. Так, секундочку. Сейчас я включу новую группу слайдов. Так, вот это, по-моему. Угу. Так, сейчас. Грядки, теплицы как раз сейчас, так и зима, это еще рано. Ну и зимой, если все заранее подготовить, почва плодородная, а мы, так сказать, имеем теплые, ну, не отапливаемые, а, допустим, такие утепленные или углубленные, как сейчас их называют, например, как вариант, или пристроенные, как у меня, к домам, да, как вот здесь вот видно, к дому пристроенные зимние сады. То есть снега вот понападал, уклон правильно создать, тут будет тепло всегда плюс. И у вас выросшие осенью поздней, что можно сажать, кстати, вместо мульчи, ну, после сидиратов, а потом посадить, успеет вырасти, если у вас петрушка, укроп там, что, то вот та же кинза, петрушка, ну, она будет долго сохраняться, она будет, процессы жизни уже заторможены, и вот эта граница 3 плюс 3, 5 градусов, у вас будет просто зелень стоять практически всю зиму, можно вот
как бы законсервировать. Тоже такой прием, почему бы нет. Вот до весны буквально у меня вот зелень, таким образом вот салаты те же сохраняются. Лишь бы там не было чрезмерной влажности, потому что при низких температурах идут грибки и поражаются разными грибками. А вот высокие такие холмики. Вот когда, например, вот в Тверской области тут глина у нас, и вот, знаете, она по весне держит очень сильно, да и по осени, лужи вот эти, как говорится, то вот поэтому наши деревицы надо сажать на высокие вот такие холмики. И ухаживать просто, и не бояться подгнивания корневой системы, потом корни куда надо сами пойдут, все, так сказать, возьмут себе все, что нужно. Так, ну и это у нас так, ладно, в теплицах работы разные, это все, что не нужно. Ну и да, конечно, под помощь в больших хозяйствах, мотоблоки, перевозка. А можно иногда и даже проще, я вот сам считал так часто, даже не свою технику иметь, просто нанять, быстро все, что нужно привезти, отвезти, развести. И все, и, как говорится, мороки нет, на технику что же нужно, какие средства на хранить, ухаживать, все. А порой действительно проще просто нанять, ну, не все же, в конце концов, делать самому. Тут, конечно, это зависит от ваших, так сказать, вот, желаний и возможностей, ну, и, так сказать, крупности или хозяйства. А вот здесь вот как раз, вот мы ходим в грязи, а вот в щепе. То есть одни плюсы от нее. Ну, вот таким вот образом. Так, ладно, давайте сейчас тогда, наверное, уже, сейчас я... А, это вот было такое видео, знаете, у меня в блоге, посмотрите, очень интересно, с уникальным таким человеком, ну, как, можно сказать, Мичурин второй, да, это Агеев такой профессор, он садовод, у него питомники яблонь, груш, там, так сказать, вот, и буквально на первый год плодоносит, чудеса буквально делает, вот посмотреть. Правда, да, работает с мульчой, ну, в данном случае тут приствольные круги, просто тут перегнило уже, тут было, ну, вот видно, да, вот тут вот выше на другом, да, а трава просто как вот так подстригается иногда, тут особо не заморачивается, правда, вот солома, видите, замульчирована, а это от зайцев сеточка, да, тут дикие зайцы добегают, чтобы не сгрызли. Кстати, вот об этом надо подумать, если мы говорим о яблонях. Убрать сгнившие наросты, лишние ветки. Где-то вот после сбора урожая это сразу надо будет делать. Ну и, конечно, садовый вар, а можно прополис, правда, это дороже, если трещинки, какие-то повреждения коры, а потом уже идет побелка, а потом уже закрываются сеточками, вот если оцинковка или, ну, там, металлические, чтобы, если вот вероятность, что зайцы могут повредить. Это, конечно, надо учитывать, вот тоже такой момент. Ну да ладно, это мы сейчас как раз с вами поговорим. А теперь давайте так, я сейчас вот переключился, да, правда, пока не смотрю чат, но скажу то, что я вам обещал сказать. Сейчас некоторые пункты, чтобы не забыть, я гляну и вам расскажу. Ну, допустим, смотрите, давайте так, как я буду рассказывать вам на курсе, который мы предложим вам сегодня подписаться. Ну, например, разбираем паршу, а я буду разбирать самые проблемные, в том, это будет один из пунктов болезни, мы будем брать самые вот такие проблемные, к которым надо сейчас готовиться. Вот, например, возьмем грибковые заболевания, вот, допустим, паршу. Это серьезное заболевание, особенно яблонь и других культур садовых. Да? Ну, вы, наверное, слышали, знаете, такие коричневые пятна, дырочки, так сказать, вот, и так далее. Почему заболевание происходит? Это грибковые, когда влаги много, это либо на грани, знаете, таких температур 15-20 градусов, вот сейчас как раз. Но если весной мы рискуем не получить урожай, либо заразить, когда спор отделения идет уже летом, большие площади свои, то есть с одной культуры на другую, ну, нам надо думать об этом и весной. Но сейчас нам надо думать, чтобы весной мы это не получили. То есть, соответственно, надо знать о его биологии. Так, а растут как они? Вот капля воды, споры, если попали на листик, они в капле воды, когда особенно роса, дожди, вот сейчас осенью прорастают, и идут, вот этот дырявит лист, что называется, плодовое тело прорастает туда, да, гриба, вот этого низшего гриба. А к осени плодовое тело гриба вот уже формируется где? Опавшие плоды, поэтому если они чуть-чуть с поражением любыми, их надо удалять, сжигать, а не вкомпостировать. Если только не отдельный компост, где идет активная переработка, вот я говорю, подавлением вот этих грибков плесневых и чем? Вот бактериями, культурами бактериями, просто они отнимают еду этих грибов, не давая развиваться, потому что питаются тем же самым, отмершей органикой. Так вот,
значит, на землю падают, убирайте, листья эти убирайте, а веточки удаляйте эти. И нужно добавлять калийные и фосфорные удобрения, значит, для иммунитета, потому что чем крепче корневая система, я напомню, что она формируется при достатке фосфора, а, как правило, его недостаток у всех. И вот это очень важно. То тогда уже иммунитет, так сказать, растения будет крепче, и такими болезнями, как парша фитофтора, уже меньше есть возможности заражения, либо это будет поверхностные такие. И вы спокойно справитесь, ну, биологическими препаратами, а уже не будете использовать, так сказать, синтетические химикаты различные, вредные, да, которые, конечно, я лично не использую и никогда использовать не буду. Но тем не менее. Вот. Нужно заточить кору, например, значит, особенно если это заболевание, вот эти места все зачистить, садовый вар, побелить, так сказать, это все понятно. Что боится? Чего боится парша, как многие грибковые заболевания? Она боится меди. Вот как я, когда веду лекции или свои занятия по здоровью, я говорю, ведь для человека та же аналогия, поймите, что вот многие болезни именно из-за грибков у человека и являются грибковыми проявлениями. Ну, например, псориаз, нейродермит, это будьте уверены, это есть грибковые там заболевания, то есть наличие в организме плесневых либо дрожжевых грибов. А, вот. А, та же серая плесень, всем известная, которая, кстати, на кучах, садов, вот на земле, на органике, если нарушен биоциноз вот в почве, в огороде, в том же, не хватает бактерий, которые эту пищу вместо них поедают, то развиваются вот те же, например, ботритис, серая плесень. А вы знаете, какие болезни она вызывает? Например, рак поджелудочной железы, рак крови, значит, полипы все, их дело рук. И вот это у меня в моих лекциях, можете, кто хочет, посмотреть о здоровье. Но ведь многие формы онкологии – это дело тоже грибов. А также они, низшие грибы, поражают фактически и вредят вот сельскохозяйственным культурам. Просто в лесу, почему я начал с леса, как важно это понимать, это вот тогда вы все поймете. Их сдерживают высшие грибы. Высшие грибы, которые выделяют, например, гормоны роста, такие, ну, как бы фитогормоны, так назовем это. Например, вот гибериллин, вещество, которое ускоряет темп роста до 5-10 раз, и его пытались получить синтетическим путем, повторить этот процесс природный, уникальный, и его смогли синтезировать, но формулу повторили, а это не действует, понимаете? То есть вот зная, поэтому нам нужно природное земледелие, во-первых, сохранить здоровье, чтобы был органический продукт питания у нас на столе с вами, ну и в то же время, значит, минимизировать возможность болезни, то есть только лучше, вы поймите, даже химии невозможно повторить то, что можно, зная как, сделать натуральными природными методами приема. Так вот, парша боится меди. И меди, кстати, боятся. Грибки все. Вот поэтому я советую в медных кружках воду пить. Например, мед только чистый, М1, чтобы была, без примесей свинца, там, да, олово для человека. А вот эта сернокислая медь, или там, значит, которую вы можете, так сказать, ну, обработать. Ну, той же, например, бордоская, например, смесь, там 3% раствор, например, значит, можно обработать. И стволы можно, кстати, промазать большей концентрацией меди, а потом их побелить уже тогда. Тут уже можно и 5, и больше процент делать. Все, грибки не пойдут по стволу никогда. Ну вот, а если вот период цветения, правда, сейчас это не этот период, там, конечно, 1% используют, но об этом мы поговорим, наверное, зимой, ближе к весне. Я про многие вещи буду еще вот про садовые культуры, тоже вот про, значит, косточку рассказывать подробнее. Будет еще несколько видео до этого, но это ладно. Вот. Сейчас пока еще для укрепления иммунитета я советую использовать H101, вот японский препарат, органическую форму кремния, там такая интересная штука, вы это слышали, знаете, буквально капля 2 на литр и опрыскивать. Это тоже даст большой плюс сейчас вот для иммунитета. Да? Но уже темп роста, чтобы сейчас для кустарников, не нужно. То есть азот не вносите, это вот тоже вот я еще раз хочу подчеркнуть. Вот. Ну, что еще можно сказать? Давайте буквально немного я, наверное, про роль золы, может быть, скажу, потому что, смотрите, вот насколько универсальная вещь, как ее хорошо использовать. Во-первых, там половина там, минералов содержится, какие только, так сказать, нужны, да, всем растениям на наших грядках и так далее. Вот. Значит, это... Там и фосфор, и калий, и бор даже, и все что угодно есть. Например, в соломе, кстати, мульчу, если мы используем, или сжигаем, вот мы сжигаем солому, там очень много, например, калия. Но кальция, например, не очень. А, например, в березовых золе много. Кстати, комбинируя
дрова березовые, осиновые, ольху, не только трубы печки, от ольхи, осины все-таки как-то накал вот этот сгустки, значит, вот этого смолы, да, особенно если смольными дровами. То есть комбинируя, вот это хорошо и для печки, и для того, что у нас зола получается более, ну, как бы содержащая большое количество минералов. Такой золой потом можно удобрять. Ну, вот если у вас почвы кислые, а вам нужно огородные культуры сажать, то вы тогда берете буквально до килограмма золы и перекапываете. Это можно уже сделать под осень, уже после всех процедур, прямо под самую зиму, ну, например, вот теперь, а у вас не успели, не бойтесь, вот можете сделать, плюс на улице можете сделать, внести. То есть не только и закройте, например, с панбоном. А если снежные зимы, можно просто чуть-чуть сверху промульчировать, там несколько сантиметров. Ну, если у вас уже там все удобрили, а у вас там особо сорняков нет, уже там старые грядки, то их надо обязательно, тем более, там, ну, если у вас уже там плодородный слой, и так много не надо, можно, конечно, и 150 грамм, буквально 200 на метр квадратный, а если кислые почвы, то до килограмма. А сверху положите слой щепы, и тогда можно даже с панболом не накрывать, уже если поздняя осень, и пойдет снег, он навалит, будет, особенно если снежные зимы, хороший как бы термоизолятор, снег тоже, да, и под ним будут процессы идти, эти перегнивания. Вот. Ну и, конечно, калия много в золе, а это значит, что плоды будут сладкие. То есть вот поэтому зола – это идеальный натуральный такой, ну вот помните огневую пачку, вот это вот, значит, когда вот делали специально, выжигали раньше в старые времена леса для самого быстрого получения, прям вот, что называется, ну мы такое делать не будем, поэтому думать должны с осени. Поэтому у нас есть с вами вот как раз вот эти вот, а за зиму у вас скопится. Я обычно делаю, знаете как, я запас, чтобы золы был большой запас, его до осени и зимой, то есть осенью хорошо внести, потому что в почве идут процессы, и за зиму, а почва не промерзнет, если все сделать, как я говорил, то, ну, полностью, особенно в теплицах. И у вас тогда процессы перераспределения минералов, вот это все, что называется, вот эта вот гармония такая, да, она возникнет, будет, и у вас уже фактически готовая для посадки прекрасная почва будет весной. То есть вот это вот можно делать сейчас. Так, ну да ладно. Так, давайте тогда, Игорь, может быть, пару слов скажем о... Да, конечно. Собственно, прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы, дорогие друзья, сейчас, секундочку, я тоже вернусь, подключусь к сегодняшнему эфиру. Так, отлично. Так, еще раз добрый вечер всем тем, кто присоединился только что к нам. Рад вас приветствовать. Так, и по поводу курса. Значит, Юрий Андреевич, я на вас переключу микрофон. Секундочку одну. Вы в эфире. Расскажите, пожалуйста, в двух словах про курс, и сейчас я подключусь. А у Юрия Андреевича небольшие технические трудности. Сейчас он подключится к нам снова. И, собственно, 2-3 предложения, то, что я хотел сказать по поводу нового курса Юрия Андреевича Фролова, который стартует уже на следующей неделе. Так вот, когда мы готовили этот интенсив, и я обсуждал с экспертами, какие темы они будут обсуждать, какие проблемы они будут освещать, выяснилась такая интересная вещь закономерная. Вот сегодня уже некоторые задавали вопрос, где можно посмотреть, почитать информацию, какие-то посмотреть семинары Юрия Андреевича Фролова. Люди написали, что можно у него в блоге ufrolov.ru все это посмотреть, почитать. И выяснилась следующая интересная вещь, что касается курсов по органическому земледелию. У Юрия Андреевича есть очень большой и очень интересный курс для начала года. Это все, что касается рассады, досветки и прочих вещей выращивания рассады. У него есть прекрасный курс на начало лета и середину лета, что необходимо делать, какие работы необходимо проводить. И та вообще кладезь знаний, которые есть у Юрия Андреевича, никак не выражена в каком-то курсе, который бы логическим образом завершал дачный сезон любого года. И вот сейчас, как раз на следующей неделе, в течение 2 дней, 2 и 3 августа, у всех, кто запишется, скажем так, на курс, будет возможность услышать всю информацию о работах в огороде в августе, в сентябре и осенью, вообще, в принципе, все, и как подготовить участок к зиме. Юрий Андреевич, в двух словах расскажите, пожалуйста, про курс. Я вижу, вы подключились. Да, да.
Вас прекрасно слышно, вы в эфире. В двух словах о курсе. Дорогие друзья, единственный момент, сейчас пока прежде чем Юрий Андреевич начнет рассказывать о своем новом курсе, значит, ссылка на курс появилась у вас под видео. Нажимайте на нее, переходите, там есть вся подробная информация, и плюс сейчас вы услышите от автора этого курса как раз рассказ о нем. Юрий Андреевич, передаю вам слово. Да, Игорь, все, сейчас расскажу. Значит, дорогие друзья, сейчас я вижу уже ваши вопросы, очень интересные, правильные. Я вам сейчас на них отвечу, а пока расскажу о курсе буквально быстро. Значит, я хотел бы, у меня такая задача, чтобы каждый из вас, кто на него подпишется, после его прослушивания был, ну, как говорится, морально полностью удовлетворен, получил те знания, за которые вам не будет ни жалко заплатить деньги, потому что вы просто с этого, так сказать, ну, фактически там будет, знаете, таких важных советов, подсказок, технологий, которые я открою, ну, которыми вы можете воспользоваться вот моментально и уже, чтобы на будущий год получить прекрасный урожай без всяких хлопот. В каких хлопот? Ну, имеется в виду, чтобы сэкономить труд, деньги, ресурсы и так далее. Потом, ну, фактически их будет сотни. И, ну, фактически это, грубо говоря, получается, наверное, так условно, если финансово говорить, мы живем в финансовом мире, 10 рублей за совет, за важный, который вам, примерно так я считал, потому что там их будет около, ну, несколько сотен, скажем. К тому же, сейчас я расскажу немножко о курсе, но я скажу, что даже вы готовьте свои вопросы, кто подпишется на курс, уже, и вы можете присылать на нашу почту, вот, на сайт Игорю те вопросы, которые он мне передаст, и я их обязательно освещу, все подробно вам расскажу, то есть прям конкретно, пошагово. Но даже это не все. Если я не успею в силу времени, хотя у нас будет 2 дня с вами, ответить, а не останутся вопросы, то я тогда потом запишу в течение 5 дней ответ, это будет видео, даже на них, и вам бонусом, тем, кто подпишется на этот курс, вот этот двухдневный интенсив, они будут пересланы уже в виде такой информации, в виде ссылки на скачивание, как отдельный инфопродукт. А теперь о чем вы узнаете? Ну, во-первых, действительно, какие мероприятия нужно от и до провести? Первое, мы разбираем грядки, теплицы, мы разбираем плодовые культуры, например, там какие-то кустарники и деревья, ну, например, косточковые те же. Что нужно делать вплоть до зимы? То есть, во-первых, чтобы сэкономить эго ресурсы, все, и потом весной практически уже ничем не заниматься. Как нужно подготовить почву на грядках? Вот до детально и забыть про это, уже до посадки культуры, рассады по весне. Что значит, чтобы не было или свести к самому минимуму вредителей огородно-садовых и болезней, типа там парши, мучнистой росы и так далее, что нужно делать сейчас? Ну, я еще немножко расскажу, что весной. То есть, ну, как бы, потому что надо про это сказать, потому что я вам это тоже скажу. Значит, и вы узнаете все вот эти основы органического земледелия. Главное, принцип, чтобы были минимальные трудозатраты, это очень важно. Вот, значит, какие препараты вообще можно применять, какие нет, какие биологические, ну и опять-таки же, лучше даже без них как можно обойтись. Хотя беспочвенных бактерий, и вот тут пишут про микоризу, но это уже высший пилотаж, хотя я расскажу, как можно микоризу сейчас получить, прямо сейчас расскажу, используя лес опять-таки, то есть собрать там фактически просто почву под теми несколькими видами грибов, белые, подосиновики, они под многими образуют симбиозы, а там с ними и другие виды грибов, которые просто мы не видим. Это же плодовые тела, но зато там есть микоризы. Вот их можно перенести, верхний дерновый слой снять, метров несколько квадратных, ну там в мешки или там какие-то пластиковые емкости перенести, и там, где у вас щепа, особенно нехвойных пород, это перемешать, уложить под деревья и так далее. Вот это можно сделать сейчас. Ну ладно, сейчас отвлекся. Дальше что? Вы узнаете. Значит, фактически те профилактические работы, чтобы не было грибковых заболеваний. То есть, что это нужно. Потом я подробно расскажу про использование всего, начиная там от щепы золы до сапропеля и минеральных удобрений. Про них тоже надо отдельно рассказать, какие правильные комбинации, а какие нет. Я вот сегодня уже говорил вам, что, например, азот можно добавить, но если прямо это сделать с опилками, фактически он в аммиак превратится, улетучится, это будет бессмысленно. А в некоторых случаях может быть и вред, я расскажу вот об этом подробнее, но в рамках, сами понимаете, сегодня вот этих 1,5 часов, это невозможно рассказать, а мы про это поговорим, и у вас будет полная путаница в голове, у многих людей с этим связано сейчас есть, а я так эту тему раскрою, чтобы уже
Ну, никакие, вот вопрос у вас уже не будет. Самому себе даже вопрос на эту тему. Так, ну вот, собственно, так, мы разбираем вот это подробно все виды, то есть работа с грядками, с посадками. И, кстати, мы еще отдельно поговорим, если вы осенью захотите сажать какие-то, например, или пересаживать растения, и если это вы все-таки оставите на весну или там на будущее лето. То есть это вопросы, мне нужны ваши вопросы. Почему я попрошу вас их присылать сейчас? То есть мы их разделим на группы, я прямо очень детально проработаю все ваши вот интересуемые вопросы. Ну а теперь давайте, да, я и забыл сказать, еще будет бонус, еще будет важный момент. Я решил, что я вам подарю, будет записано на эти курсы, я вам подарю. Отключите, пожалуйста, то я себя сейчас слышу. Вот, ага. Я вам, дорогие друзья, еще вот что подарю. У меня такой есть мини-инфопродукт номер 16. Это компиляция моих других инфопродуктов, начиная с АЗОВ, с семян, там, рассады, пикирования, все, и там вплоть до выращивания. Я это вам скину тем, кто придет на этот курс, просто подарком. Ну, знаете, как бы я подумал так, ну, мало ли будут те люди, ну, кто-то вот, допустим, скажет, ну вот не все вопросы, ну вот лично ваш какой-то вопрос я упущу, и будет обижен кто-то. Но я вот этого очень не хочу, мне так неприятно. Я как бы так, знаете, таким довеском целый инфопродукт, который отдельно стоит 5000, я его просто подарю. То есть я, сколько я знаю, с Игорем мы решили сделать такую минимальную цену на двухдневный курс 3500, так вы еще получите просто подарком за 5000 инфопродукт. Очень ценный, который там очень много ценной информации. И плюс еще то, что я обещал, ответы на вопросы, даже которые мы не осветим на этом курсе. То есть вот никто из вас, я уверен, не будет обижен, что, мол, вот вроде бы прослушал, а зазря. Нет, будет очень много ценной информации, больше 100, как минимум, таких групп ценных очень советов, которые вам помогут облегчить работу, получить хорошие урожаи, крепкий, сильный, а главное, вот еще то, что мало кто об этом, к сожалению, говорит, урожаи, при которых в их составе будет большое количество целебных, ценных, необходимых нам минералов, витаминов, то есть вот именно ценность продукта, не то, что плоды, большой объем, это обязательно, он будет большой объем самих плодов, но еще и ценный их состав. Вот это все мы проработаем с вами. Да, ну а теперь я могу отвечать на вопросы, не будем терять время, много интересных вопросов, вот прям изумительных. Вот, например, как использовать хвою для мульчи, подробнее, пожалуйста. Живу в сосновом лесу, это чуть не единственный доступный материал. Если это единственный доступный, сформируйте такие кучки, ну, где-то там на краях участка, пересыпайте слой, вот, например, берете 5 сантиметров иголок, да, пересыпаете это дело, значит, у вас там, скорее всего, еще песчаная почва. В общем, берете фосфорные удобрения, прям суперфосфат двойной, вот так посыпаете, чтобы там крупинка крупинки, ну, через 5 сантиметров, через 3 где-то вот так вот была. Значит, слой, потом калийные удобрения, калий, где максимальный калий, это любые там сульфат калия, ну там вот, допустим, тоже так же пересыпаете. То есть слой-слой чередуете, и такой полметра кучки, а может больше даже. Проливайте хорошо и накрывайте спонгоном, чтобы излишняя влага не вымывала эти минералы. Будет реакция, когда вот эти щелочные минералы будут, так сказать, нейтрализовать кислоту. Постепенно будет формироваться, и, конечно, вы вносите уже под самую... Сейчас зиму, а потом весной, хвоя медленно не перегнивает, тем не менее, вносите обязательно, но вот где-то уже тогда, допустим, если сейчас так начнете делать, как я сказал, то где-то месяца через полтора, где-то так в середине сентября, в конце сентября начинаете делать, проливать вот удобрениями, ну, бактериями, вот эти Байкал, Восток, все, что я говорил, и накрываете сверху, если есть возможность, хоть небольшим слоем земли, плодородной, ну, дерн откуда-то там возьмите, из леса можете принести, где вот росли различные виды грибов. Я имею в виду лесоберезовые, ольховые, то есть вот, ну, найдете, хотя бы привезите, ну, на машине съездите, килограмм там 20-30 мешок. По чуть-чуть добавляйте, верхний слой перекопаете и спонгоном там слоем уложите уже на влажную. Все, у вас будет быстро это все перегнивать, раза так 3-4 Байкала в Востоке прольете, и у вас будет очень хороший, значит, уже вот кислотной среды не будет в почве, потому что у вас это основная, да. Так, теперь, ага. Так, значит, горчицу. Горчицу можно, и вот как раз горчицу сейчас, особенно вот в теплицах снимите, даже в октябре, а на грядках уже можно как снимить урожай, ту же, как сидират, а можно и два раза сделать. Но зачем? Лишнее не нужно. Вы используете всегда, вот я советую очень, щепу, вот эту вот древесину, вот это вот изумительный вариант.
Что касается венка, вот крик души, я расскажу, ну, естественно, натуральными способами. Во-первых, вы можете просто засыпать толстым слоем, смотри, какая почва. У нас нет сейчас обратной связи, вот на интенсиве там будет обратная связь, такая более быстрая, людей же не так много будет, будет проще. И я отвечу, смотри, какие у вас нюансы, какие особенности. Можно толстым слоем замульчировать щипы, и он не прорастет. Там 20 сантиметров накрыть, он перегниет все за зиму, и вот с фанбоном накрыть, и все, и у вас все будет в порядке. А может быть, другие варианты, ну, расскажу потом. Теперь, полезное удобрение биобанк. Вообще, я, что касается удобрений, я бы советовал использовать только отдельно, помимо органической мульчи, вот различные соломы, там, щепа и так далее, только лишь калины, суперфосфат. И в редчайших случаях, и то не на грядке азотные, а просто азот, чтобы, так сказать, в междурядье, либо когда вы кучи создаете вот эти вот с хвойных пород щепы, когда просто его не хватает, и потом в перепревшие вносить азот. Это, допустим, да. Больше же из удобрений, в принципе, органические сейчас есть. Например, на основе, очень хорошие, на основе различных гуматы вот эти. Ну, то есть, когда, знаете, когда вот биогумус, когда вот, например, создаются такие удобрения на основе биогумуса, полученного из червя, когда переработанная почва, там, ну, не почва, там, навоз, неважно, червем. И вот тогда, да, эти удобрения, конечно, можно и прекрасно их использовать, но если много азота, а там, как правило, много, то используйте это, так сказать, вот только весенний период, когда до июня, вот, до, включительно до середины, до завязывания вот цветов, а дальше, так сказать, не нужно. Так, значит, дальше. Вопросы убегают. Сейчас, секундочку, тут было, просто я несколько хотел прям особо подчеркнуть. Так, ну, на помидорах почему нет плодов? До сих пор, но это уже, так сказать, понятно, что значит уже поздно, а почему нет? Тут причин очень много. Действительно, высокая температура может быть очень... При высокой влажности точно, может быть, или, соответственно, нет опыления, смотря какие сорта там, значит, требующие, ну, как правило, не требуют, то, соответственно, это просто действительно перегрели в свое время, когда вот это вот опасение было, когда завязи все пошли, цветы. Так, значит, почву здоровую, это очень важно, конечно, поэтому нужно патогенную, как бы, микрофлору вот эту убирать, как из своего организма, как у людей, все то же самое, а вот симбиотическую взращивать. Так, насчет перьев в лунке. Действительно, ну тут, правда, дело не в кобальте только, а в кремнии, да, говорила Кизима. Это правильно, ну, у кого есть такая, почему нет? Но поймите, что, например, если вы возьмете ольху, осину какую-нибудь там из леса или вот там в качестве валежника леса, там, вот как я говорил, щепа, то там тоже кремния достаточно. Опять-таки, очень много кремния, спорыши вы можете делать из него, если есть возможность нарвать там папоротники, кстати. Огромное количество, может, папоротники растут, ну, там, например, тоже можно использовать как мульчу. Разные варианты кремния получить, ну, и в том числе зола. Вот кто-то говорил, вот, Бубли тут пишет мне, что золу применять варварство, она уничтожает микоризы. Вот смотрите, тут есть нюанс, это и так, и нет. Ну, правильно, в принципе, но мы же с вами говорим о чем? Ну, а если грядка в чисто вот таких, знаете, грядка в теплице, где уж про уж сильные микоризы говорит, ну, там можно это сделать, точечную посадку. Ведь точечные посадки под лунку куста не убивают микоризу вообще на всей площади. А когда у вас, извините меня, ну, допустим, вот приствольный круг сверху обсыпать, по почве прям присыпать, например, вот яблоня растет, сверху присыпать можно, вы микоризу не убьете, но зато и слизни не поползут. Тут у меня сейчас особенно обильные дожди, вот даже на яблонях бывало, вот тут запустили, ну так, знаете, руки не дошли, и вот улитки долезли до 2 метров высоты и даже выше, представляете? А если посыпать золу, они не залезут, и ствол вот так вот попрыскать, влажный ствол, и присыпать так золой, знаете, на высоту там полметра, метр, ну не будет этого уже, вот хорошо, так сказать. А тоже почему нет? Так что вот нет, глобально не уничтожается, нет. Ну, надо знать, где и как. Конечно, не всю взять почву из золы, да и столько золы трудно взять, а точечно можно, либо просто сверху присыпка, ничего не будет с микоризами. Но, опять-таки, не всю площадь, разумеется, вы понимаете. Например, яблони друг от друга на 3-5 метрах растут. Метр круг приствольный присыпать очень даже неплохо. Так, хорошо, сейчас посмотрю из старых еще вопросов что-то. Вот. Про калийные и фосфорные удобрения мы поговорим с вами очень подробно. Я прям вам все на интенсиве. Я вам очень подробно на эту тему расскажу. Все взаимосвязи. Как, когда, с чем можно, с чем нельзя. И вот это вот как раз очень правильно. Вот.
А хвощ – это, значит, закисление происходит. Вот как раз зола прекрасно подойдет. То есть нужно ощелачить почву. Или фосфорные калийные удобрения, все то, что вносит щелочные элементы. У нас их четыре основные, да, магний, калий, кальций, там, фосфор. Значит, вот это все подходит. Ну и зола – это идеальный вариант зола. Зола. Причем зола подойдет и очень хорошо после сожженных стогов соломы. Толстый слой мульчи соломы тоже постепенно сделает почву более щелочной. А это кислые почвы, поэтому хвощ. Ну вот, соответственно, вот так. Так, хорошо. Ага, про муравьев. Кстати, давайте вот сейчас скажу пару слов. Вот смотрите, та же зола, например, это идеальный вариант. Но не всегда помогает, это правда. Но вот, например, мыло пополам, значит, вот обычное мыло хозяйственное, например, золой и с табаком, кстати, от многих помогает тоже, частично от грибковых инфекций. Муравьи уже, значит, листья можно опрыскать, ну, сейчас это уже смысла нет, но вообще можно. А еще в двух словах я вам вот что скажу. Вы же еще насчет муравьев. Вот как можно использовать золу? Знаете, я вам скажу другую вещь. Против муравьев есть такой хороший способ. Берете дрожжи, обычные дрожжи, да? Берете сироп сахарный, ну, сахар можно даже в этом случае, и немножко меда, то есть это пополам, и ложечку чайного меда, делаете такой сироп, ставите около муравейников. Они это едят, они это будут уносить в свои норы. Ведь, понимаете, некоторые кипятком льют, бесполезно, ведь матка останется, она на глубине до метра может быть, бессмысленно. А вы вот так вот сделаете, они постепенно будут есть, кормить, у них будут портиться их продукты. Это дрожжевой грибок поразит их запасы, так сказать. Они будут от голода помирать. Это как один из вариантов. Знаете, я вам могу рассказать, прям даже вот поднять свои данные, когда точные, стопроцентные варианты, быстрые уничтожения, такие натуральные, вот не химические, да, муравейников, я вам могу их рассказать на занятии. Их будет 3-4 варианта. Вы лично для себя подберете любой. Там есть такие, при которых идет брожение в кишечниках у муравьев, они гибнут. Причем, если это надо, чтобы было растянуто, там есть такие пропорции определенные. Ну, чтобы, знаете, это произошло в течение 7-8 дней, когда все муравьи все это попробуют в пищу. И все это натуральные будут варианты. В общем, я вам 3-4 таких варианта расскажу, вы точно с этим справитесь, иначе я сейчас просто не успею вам ничего рассказать еще. Так, купили участки в лесу, стволы, пускаем на дрова. Так, оставшиеся куски веток, чтобы быстрее перегнили. Измельчителя пока нет. Стволы. А ничего страшного. Вы как раз... Вот есть такие микоризы, их продают. Ну, не знаю, как у нас сейчас. Я обычно брал с Канады. Вот там разные виды, до 60 видов грибков низших. Вот берете дрова. Идеальный вариант. Например, какую-то территорию уложили дровами. Ну, вы там в своем уже варианте сами сообразите, между ряди там или просто кусок. Я говорю, вот, территорию заложили дрова. Там в два слоя, в три, рубленые. Очень хорошо. Воздух проходит, все отлично. Чуть-чуть подсыпали дерновой земли или сверху замульчируйте обязательно чем-то, типа вот травой, там, значит, сеном, соломой чуть-чуть. Вот прям это будет еще лучше вариант. Пролейте бактериями сначала, каждые два дня, там, неделю проливайте, а потом пролейте микоризу. Там правильно есть разведение, инструкции, сейчас я про это говорить не буду. Любые, смотри, какие микоризы, можно купить у нас в стране легко, и пролейте. Потом все, значит, закрываете спонгоном, и у вас будет прекрасно, значит, труха будет уже весной. Вот если все правильно сделать, будет труха весной. Просто чем толще слой соломы сверху, ну там в разумных 30-40 сантиметров, чем где-то, перегниет. И изумительно будет все это дело. Значит, вы сможете справиться, в труху превратить древесину. Так, про муравьев, да, я прям расскажу органические варианты. Значит, как вот это все, мыши в соломе, ну, значит так, мыши боятся чернокорень растения такое, сухое можно засушивать, посыпать, можно периметр грядок обсадить, у вас не пойдут муравьи, так что, мыши, это такое растение, ну, есть другие варианты, можем поговорить потом тоже. А, теперь так, я тоже не убираю муравейники, вот кто-то написал, что вот, мол, не надо убирать муравейники, смотрите, чем полезны муравьи, да? Они уничтожают вредных насекомых. Но они же пасут, это хорошо, но они пасут тлю, а это плохо. И если они пасут тлю, и у нас много кустарников, смородины, яб, они же будут скручиваться листья, соки все выпивать, урожайность будет падать. Ну, если химии не травить, как ручную, отрывать листики верхние, все это можно давить, но это мука, да?
И поэтому либо муравейники можно перенести, либо изменить конфигурацию грядки, соответственно, чтобы это было далеко от муравейников, ну какие-то просто перенести, может, какие-то в лес отвезти, если вам жалко, я понимаю это вполне. Но какие-то очень мешают жить, дома заползают, все, мука, люди просто уборной кислотой и все, что, так сказать, пытаются. Кстати, можно любые кислоты развести, вот ортофосфорную, там, а это для почвы не будет. Точечно, не опасно. Или уксусную эссенцию развести, поливать, это тоже будет убивать муравейника, да, в принципе. Но я расскажу о таких, что они сами уйдут и погибнут. Вы же можете точечно не все муравейники убрать, какие вам мешают. Так что тут правильно, для природы муравьи нужны. Но поскольку у нас еще нет гармонично устроенной биоценозы на участке, да, и участки-то маленькие для такого сложного биоценоза, тогда, да, это стоит какие-то и убрать, почему бы нет. Флорес, ну, я не применяю. Я расскажу другие варианты все применения. Я еще раз говорю, я считаю, что вот есть либо то, что вы создаете сами удобрения в виде плодородного слоя почвы, перегнивающая органика, да, бактерии удобрения, микоризы, все это прекрасно, либо некоторые мономинералы, которые просто помогут вам для определенных нужд. Я называл основные из них. Так, теперь очень хочется уже сейчас посадить голубику, бруснику, клюкву. Перекопали под участок, купили торф, покупили микоризу в гран, ну, великолепно, видите, для внесения в корень, под корень, все правильно. Если опилки хвойных пород, есть опилки хвойных пород, можно внести компост. Значит, если они еще не припревшие, под голубику и такие культуры вы можете, но только отделите слой корневой системы из горшочков, которые вы будете сажать, от этого слоя сантиметрами хотя бы двумя почвы. То есть сейчас корни пойдут, но еще, как говорится, перегнивающие процессы идти будут, вот чуть ниже, заодно и тепло будет, да? То есть можете чуть ниже, все не надо, в опилке хвойной сразу не надо все. Можно внести компост? Ну, можно внести, перемешать вот это вот пополам с теми же опилками. Клевером можно планировать. Так. Так, можно сейчас первые 2 недели августа посадить саженцы. Если закрытый корневой стимул, прекрасно, да, конечно, можно. Ну, вы, конечно, можно. А защитить до весны вот как. Вы либо накрываете той же щепой, либо все-таки вы, если уверены в зимостойкости, вы можете не накрывать. Ну, снегозащиты ставят, вот, огородки такие, чтобы или снегом накидываете потом. А вдруг не снежная зима, поэтому можно щепой. Соломой тут неправильно, гниль может пойти, если соломой накрывать. А вот щепой можно. Такой большой, как я показывал на фото, есть. А некоторые укладывают кусты и все-таки, знаете, как сажают весной. Просто укладывают их пока и присыпают. Вот поляки так делают, они еще в контейнерах выращивают, укладывают вот так прям. Работы много, но зато, так сказать, оправданно. Для таких, особенно сортов голубики, которые до сентября там могут плодоносить, до октября даже. И вот они более такие теплолюбивые, их укладывают. Их, так сказать, такой метод такой применяется. Но заморачиваться не надо. Много сортов, которые держат большие морозы, но пока молоденькая, лучше соломой прикопать хотя бы, вот так, прикопать. Вот, потому что даже если что-то померзнет, то пойдут все равно из прикорневой части. На смородине так. А слизни, вот слизни и проблемы, я говорю, это зола. Вот почему я говорю, ну, приствольные круги посыпайте. Вот сверху, например, замульчировано соломой, под ней микориза, все это. А сверху на влажную солому только опрыскайте, или после дождя, чтобы не опрыскивать ходить, или шлангом пролить, и сверху прям припорошить соломой, метр где-то, и ствол. Все, у вас они не будут лезть туда. Ну, или грядки по периметру сделать таким образом. Как вариант. Я еще в прошлой передаче рассказывал, как со слизнями там. Так. Вот технология подзимнего сева и севооборота, и вот сидератов мы подробно разберем как раз на занятии. Юрий Андреевич, я хочу вам сказать большое спасибо, что нашли время выступить, что уделили, что после поездки у вас была, я знаю, сложная прошлая неделя. Мы специально вашу встречу перенесли, чтобы вы могли выступить. Спасибо большое, что выступили на нашем интенсиве. Да, благодарю, буквально в завершении скажу. Конечно. Да, дорогие друзья, я очень рекомендую, если у вас есть такая возможность, все-таки прийти на этот курс. Это будет новый инфопродукт потом, в результате записи этого курса будет новая информация, которую я никогда нигде не говорил. Это будет компиляция, то есть это будут разбор вот этих причинно-следственных связей, так что вы поняли, не будучи там агрономом, специалистом, легко и просто, и будут четкие конкретные советы. Поэтому мне так важны ваши вопросы заранее,
я прям вот для вас сделаю именно такой вот задачу. Он и мне нужен, чтобы был у меня новый инфопродукт, поэтому я особо постараюсь. И рекомендую вам быть на этом продукте. Ну, а вас я благодарю за сегодняшнее вот то, что вы уделили внимание, послушали. Я надеюсь, было интересно, важно. И не раз, я думаю, мы с вами еще встретимся. Я буду все время давать вам такую интересную, разную, важную информацию, отвечать на ваши вопросы. Всего вам самого лучшего. До новых встреч.